Царю небесный, утешителю души истины, и живительный, и все исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди, селися в ныне, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови нас и это собрание. Аминь. Аминь. Я сумка. Отдай туда дальше. Так, пройди туда, чтобы ни одного там не оставалось. Никого там, чтобы не было. Походи дальше. Стою сейчас на службе и думаю, наверное, сегодня народу-то не мало будет. Погода-то не очень такая благоприятная. Ветрено, дождливо, да, и холодно, да и уже темно. Стою и думаю так про себя. А когда ко Христу стали подходить, смотрю, народу там приличное количество, да, возрадовался. Но сейчас немножко огорчает, потому что многие уже ушли. Так что вот, да благословит вас Господь, потому что вы преодолели многое, вы совершили жертву, а любовь, Господь говорит, две заповеди самые главные, возлюби Бога и возлюби ближнего. На этих заповедях содержатся законы пророки. А признак любви, в чем самый главный признак любви? В жертвенности. Вот таковы жертвы общительности между нами, они угодны Богу. Слава Богу, что начинают преодолевать препятствия, там остаться, желание остаться там в коридоре, и заходят люди сюда еще. Слава Богу. Да благословит нас Господь. И помолимся о тех, которые не сумели преодолеть эти препятствия, инертность свою, суетность мира сего затянувшая, которая затянула. Которые не могли преодолеть немощи такой, которую можно было бы преодолеть. Ну и тех, которые, конечно, по немощи своей не смогли прийти. О них помолимся, чтобы Господь нас всех еще больше сплотил, чтобы мы были близки друг к другу. А вот это общение, оно нас многому научает. И научает нас тогда, когда мы друг друга обличаем. Когда принимаем, как сегодня мы слышали из уст Иоанна Златоуста, что нужно претерпевать многое от обидчиков, а уж если мы слышим слово обличение от ближнего нашего, то оно, естественно, исходит от любви прежде всего. А если от любви, значит, это уже нужно еще с большей благодарностью принимать. И мы должны научаться не только, когда друг друга обличаем, но и доброе что-то вот должны подмечать. Мне на память пришло одно выражение, выражающееся в одном слове.
выражение, тавтологию наговорил, но слово такое, аллилуйя. У нас был такой Анатолий, помните, да? Да. Который, к сожалению, ушел так вот внезапно, и мы об этом не знали. Потом позже узнали о том, что он ушел из жизни земной. Но от него осталось вот это аллилуйя. Он часто повторял его. Я это вот для себя это принял. И для меня это вот как теперь вот такое, такая память о нем, что я, общаясь с ним, принял от него вот это хорошее. А еще, например, можно принять хорошее и от Василия. А что вот я от него могу принять? А вот всегда, когда прощается, вот разговор ведешь с ним, потом прощаемся и говорит, я ему говорю, с Богом. А он говорит, с Богом, со Христом. Да, правильно. С Богом, со Христом. Вот он всегда так говорит. Я это принял для себя. Так что мы должны вот это ощущение общения, из общения с друг с другом мы выносить должны полезное. Когда это и будет проявление того, что Господь говорит, несите бремена ваши на раменах ваших, то друг другу помогать должны. Друг другу помогать куда идти? Туда, в Царствие Небесное. Еще хочу вернуться к замечанию, которое сделал я на прошлом занятии, на прошлом собрании нашем, о том, что вот просят, помолитесь. И тут же одновременно хочу сказать о записках. Записки помолиться, батюшку просят о том, о совершенно незнакомых для нас людях, о неверующих людях. Но о них, конечно, нужно молиться. Но как молиться? О том, что Господь их обратил. А если он лежит на болезненном одре и не думает о спасении своем, а мы будем молиться о его здравии, тогда что? Мы, значит, будем удерживать руку, укорающую десницу Господа, любящую десницу Господа. Господь вразумляет его, он лежит на болезненном одре, а мы будем молиться ему, дай ему, Господи, здравие. Это будет тогда, когда мы людей совершенно не знаем. Мы должны молиться, должны беспокоиться прежде всего, конечно, о тех, которые рядом с нами, которых мы знаем хорошо, что они глубоко верующие люди, которые причащаются плоти и крови Иисуса Христа, которые изучают Слово Божие. О них мы знаем и можем молиться о спасении, о здравии, о помощи в перенесении этого болезненного состояния. А о тех, которых мы не знаем. Вот помолитесь, да еще и обижаются. Тебе что, жалко, что ли, помолиться-то? Да не жалко мне помолиться-то. Но нужно знать, как молиться и о чем молиться. Об обращении, да, мы можем молиться. И мы постоянно молимся, брат у нас вот всегда произносит эту молитву. О тех, которые отошли, которые не знают Господа. О них молимся. Так что я еще раз прошу вас, ну, не подавайте эти записки о тех людях, которых мы совершенно не знаем. И не соблазняйте на грех нас и батюшку в том числе. Хочу еще поделиться своим опытом. Вот мы всегда должны помнить о том, что мы ведем постоянную, невидимую брань с противником Божьим, с противником нашего спасения. На прошлом занятии, помните, Игнатий Тихонович сделал замечание о том, что во время, значит, перед тем, как читать проповедь, произносилось слово из Священного Писания. Оно было мною напечатано на листочке. Я думал, что это удобно, не раскрывать книгу, не держать, там, не искать, и времени не тратить на это. Уже открытое, все напечатанное. Тем более, я проверил его, что оно по тексту правильное. И вот начинает Игнатий Тихонович, принес тут Библию на защелках, которую мы никогда, конечно, не открываем, только целуем ее, эту, она лежит у нас для этого. Он говорил, что вот там театр такой устраивают, несут там ее, там по-другому как-то к ней относятся в храмах Московской Патриархии. Ну и, естественно, во мне возникла буря противления. Да, вот приехал старик и начинает тут это... Чего он хочет этим добиться? Повысить свой авторитет или еще чего? Вот во мне начинается вот эта вот волна, да, противления. Волна непослушания и несмирения. Ну а когда я поразмыслил, думаю, ну что тут такого? Ну естественно, прежде всего не своего авторитета он ищет, а авторитета Библии, Слова Божие. Естественно, когда в руках и перед глазами слушающих
сама Библия напечатанная, это одно впечатление, когда просто листок, это другое. Ну и поразмыслив, естественно, я себя смиряю, вот к чему и вас призываю, чтобы постоянно размышлять. Не просто вспыхнуло, и начинаешь из этого, вот сатана настолько мудрый, что начинает потом из этого огонька, небольшой искорки, возбуждать пламя. Пламя вражды, пламя злобы. Вот я хочу помнить, чтобы мы всегда помнили, что этот лукавый, который 24 часа в сутки не дремлет, он постоянно хочет нас соблазнить на распри между нами и увести нас от спасительного пути. Игнат Тихонович, вам слово. Сегодня мы будем говорить о вещах, которые почти не задевали. Перед началом собрания прошу, кто у нас смотрители? Значит, проверяйте, отвечайте за сестер, отвечайте за братьев. Перед тем, как считать Царю Небесной, пройдите. Те, которые каким-то образом стараются не быть на собрании, их нету. Они уже гниют. Уже тлетворный запах. На собрание пришел, так сказать, на службу пришел, стоял столбами и все. Это не духовное рождение. Это мертвечина здесь. А вы уверены, что у вас кто принимал крещение и все родились духовно? Да, конечно, нет. Я неоднократно говорил батюшке, кого ты крестишь, что ты... Ну, он прошел курсы катетизации, все знает, и, ну, сколько его может, 2,5 года прошло. Он подает, его не принимают. Он делает что-то, да, у него так. Ну, какие критерии, батюшка говорит. Ну, покажи мне, он, ладно, батюшка, ты наш, другой бы разговаривать не стал. Что ты лезешь в поповские дела-то? Тебе дали кормушку, жуй там, стой. Я знаю, как они отвечают. Я не могу ничего сказать. Он Христа признает, да, символ читает, читает. Что у нас для крещаемого требуется, приблизительные вопросы. Ответил, ответил. Но он такой и есть. В прошлый раз мы с одним таким разговаривали. У него просто болезнь Дауна в квадрате. Он с детства такой. Его ни в армии, ни на работе, ни какой он. Он не знает, куда идет. Такие люди выброшены. Мы с такими работаем. Он сказал, я верю во Христа, кланяется. И приняли, допустили до крещения. Но надо все это учитывать. Но не такое, что недвижение. Я привык, не заходите. Чуть-чуть, скажем, выскочил. Собрание не кончилось, уже его нет. У батюшки нет, у нас богослужение-то в 2,5 раза короче. В 2,5 раза. У старообрядцев оно 4 часа. Иногда 6 часов. И даже 12. И люди стоят. Я скажу, дома не надоело вам? Вы посмотрите глазами духовными, что у вас есть дома. Сколько раз вы в день становитесь на молитву? Сколько раз вы открываете Святую Библию, склоняетесь перед Богом? И вы увидите, что дома вам делать нечего, совершенно нечего. Дом это для вас яма погибельная. Только утроба, холодильник, телевизор, туалет. Вот в этом треугольнике мечутся пенсионеры. У пенсионеров один лозунг. Ись, ись, ись. Они непрерывно жуют и жуют и жуют. Сколько пищи перепортили лишней. Я вам рассказываю данные, которые подтверждаются. Пастухи туареги в пустыне. В день они пробегают до 40-50 километров за стадом. Не полдня пасут по пустыне. В тени не менее 45 градусов. В скобках, если была бы тень. Но люди честные. Брось машину, никто не тронет. Но радиатор опустошат. Там вода. Какая грязная, это не касается. Выпьют всю воду, воды нету. Утром женщины в темноте поднимаются, берут кувшины на плечи и пошли там в озеро. Там звери, там крокодилы. Они идут, чтобы почерпнуть. И вернутся только темно за полночь. И это все на семью. И никуда они не уходят, они намертво стоят там. Вот здесь чего только у нас нету потеряевки. Молоко и мед течет. То есть непрерывное какое-то недовольство, бурчание. Почему? А потому что по сродству своему люди находят таких. Уподобляются демонам. Вот сегодня мы слышали две проповеди, об этом говорится. Не зря, когда спросили демона, сатану, какая самая большая ваша победа? Там победил, тут революцию сделал, там Гитлера родил. Он говорит, самая большая моя победа, то, что я доказал, что меня нет.
И люди злятся друг на друга. А он везде там. Вот человек засыпает. Начинаешь считать, он выспался. Я говорю, ложись, спи днем. Сегодня у нас богослужение будет занятие. В лагере у нас днем не спят. Но перед богослужением обязательно дети обязаны поспать, чтобы стоять бодро. Тем более у нас служба-то укороченная, когда батюшки нет. А при батюшке надо не больше полтора часа. Занятие начинается, спит, на службе спит. Представьте, вот у меня близкие есть люди, очень близкие. И он говорит, а у меня сегодня знаменательный день. Я говорю, какой? Опять закончил читать Библию, последнюю главу прочитал. Сегодня начинаю по-новому считать. Это говорит учитель. Это говорит человек, который в среднем возрасте. Вам хотелось бы с таким познакомиться? Знаю. Чтобы радость его испытать. Виктор Николаевич Савченко, поселок Потеряевка, учитель деревенский. Я вам рассказываю то, что человек одержал победу. Это надо говорить, ангелы радуются на небе. Ко мне подходит сегодня один человек. Вы мне говорили всегда, что я сплю. Да, я сплю. Я говорю, не ты спишь, это плоть твоя, ты духом-то бодрая, я тебя знаю. Это демон особый подсажен к тебе. Демон сна. Это не ты. Борись с этим. Я ее просто трепал. Она сегодня подходит и говорит, отошло от меня это. Отошло на этой неделе, на прошлой. Я спать не хочу. Аллилуйя. О ком я говорю? Поняли? Да. Вот она сидит и радуется, светет сегодня. Я радуюсь победам вашим. Для меня нет большей радости, как дети мои узнать, что ходят в истине. И нет большей печали, как узнать, что дети отступили от истины. Отступает, да, Павел говорит, многие, не два, не три, потерпели кораблекрушение в вере, не доплыли, корабль разбился. Из-за чего самость? Главный, самый тяжелый груз вести – это я. Почему Господь говорит, отвергись себя. И кто не отвергся себя, своего я, и ропщит на все, что Бог посылает, крест несет, недостоин меня, он не может следовать за Христом. Он не будет радоваться, когда подают милостыню. Об этом читали проповедь. Чью? Златоуста? А первую, чью проповедь читали? Кто читал? Архиепископ Могилевский. Могилевский? Архиепископ Евсевий Могилевский. Вот. Это все допущено. Какие мы слышим проповеди здесь? Меня оккупируют прямо, чтобы я вышел снова, начал говорить проповедь. Я всегда говорил не менее 4 проповедей. Я говорю, я отошел. Но одно условие поставил. Не будет 2 проповедей, богослужения. Я сразу выйду на проповедь. Я не был ни запрещен, ни замечаний, никаких, ничего нету. Я сам отошел добровольно. Когда сказали, молодым бы дать место, я дал, вижу, сами не могут говорить. Считайте хорошие проповеди. Проверять, все ли с нами. Вот мы проверяем, 2 человек нету. Вот на этом немножко остановлюсь, а потом остальное. Никогда не тяготитесь тем, что вы здесь узнаете. Вы знаете, о чем молиться. Об этом брат Виктор говорил. Не просто молиться, а добавить, чего ты хочешь. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Ну, он разве не знает Господь внутренность человека до его еще рождения, когда ты не был рожден? Ни одного дня не было, говорит, а все дни твои записаны уже в книге. Писание говорит. Еще не родились в утробе матери двойняшки. И Господь говорит, одного я возлюбил, а другого возненавидел. Так как же, да где же справедливость-то? А тебе не надо искать, ты должен это принять. У Бога все в одном дне, и прежде нашего рождения, прежде пылинок вселенной, он знал, что мы будем сидеть сегодня. И кто-то будет только дрожать, домой убежать, то к больному, то еще. Сатана тебя побуждает и колет. Он тебя выбрасывает отсюда. Их нет уже здесь, которые потеряли общение с общим. На богослужение побыли. И разные какие-то причины выискивают. Я спрошу, вот, все-таки я добился, написали письма, которые ушли. Какая причина-то? Мы хотим исправиться. Может, действительно у нас что-то есть такое, вы увидели, никому не сказали. Они написали. Стоит ли выносить это на обсуждение? Я говорю, чтобы они пришли, они не пришли. Без них стоит ли обсуждение подвергнуть, конечно, это заявление? Вот оно лежит передо мною. Конечно. Я попрошу даже проголосовать. Поднимите руки. Кто желает услышать, какие обвинения в наш адрес и почему человек ушел? Ну, слава Богу. Чтобы не было так, что без человека я буду говорить. Я его трогать не буду даже. Это люди очень хорошие, которые ушли. Эти люди добродетельные, повторяю. Вы постоянно передавайте им от нас благодарность. Но нам есть что сказать на то, что они написали. И я это видел давно. И мы с батюшкой не раз говорили. Батюшка прозрительный, в полном смысле, в пророческом.
Он взглянет на человека, поговорил, подходит. А ты видел в этом человеке то? Я прошел мимо. А этот человек вот такой, батюшка, говорит. Проходит год, и все подтверждается. Проходит второй год, человек переходит на другую сторону. Третий, он делается лютым врагом. И, наконец, погибает не только нравственно, но и физически. Просто внезапная смерть. А батюшка сказал в первый день, когда его увидел. Пример это Потеряевки, Дружинин Геннадий Петрович. Я был в Америке, он в это время приехал. Батюшка говорит, видел там человек, да? Нехороший человек. А почему? Не знаю. Ему просто открыто. И он начал клепать, писать. Прокуратуру, он завалил все. Комиссии пошли, милиция, ничего не подтверждается. И внезапно инсульта его нету. На 40-й день, когда спрятали заявление, прокуратура отменила там что. А они спрятали, не сказали мне, я вовремя должен был подать в эти 40 дней. Там на 40 дней ангел, говорит, отрезал голову. Вот у нас нет этих людей. Немножко только коснусь, я хорошо слышу. Видишь, у меня тут слово сказать за аппарат. Приношу благодарность Богу, кто его изобрел. Я мало пользуюсь, я его боюсь. В Германии сказали, кто пользуется, все стали глохнуть. Он слишком хороший. Главное участие это Виктор Андреевич. И не смейся. Это люди подтвердили, которые приходили на встречу и которые занимаются, и даже врачи сказали, да, это так. Которые ходят в наушниках от улицы. Все врачи подтверждают, это теряет слух. В уши воткнутые вот эти. И тут что-то слушают. Это немножко. Немножко. Не больше 2 минут по мобильному телефону. И не чаще, чем 5 раз в день, в сутки. Это предельная норма. Остальное уже рак мозга маячит. Такое дело. Вот вчера принесли. Фамилию называть или так догадаетесь? Я так просто скажу, чтобы не было обиды. То... Называть можно. На богослужении нельзя Златоуст говорить. На богослужении. А в таком общении можно и по порядку называть по именам и все. Прошу исключить меня из членов общины по причине разногласий с вами. Там непонятно, что это просто Воздвиженское с 2 ошибками в одном слове. Город Барнаула, такой-то, такой-то. По причине разногласия с вами по многим вопросам. Слово «многие» непонятно что, но она будет перечислять. Первое, значит, по отношению к церкви. Вот разногласия по отношению к церкви у нас не с митрополитом, не с патриархом, нигде. А у них это новая звезда богословия взошла на горизонте в православии. Кто это пишет? У нас разногласия с церковью, у нас материалы от церкви написаны. Вот в этой книге к истинному православию везде. О церкви. Что-то она новое узнала? Да нет, конечно. Там трудится другой дух. Все время мрачные сидели. Я смотрел и страшился. Мрачность была просто нечеловеческая. Ко всему. И какая причина, я говорил, а я хочу причащаться каждый день. Или когда хочу, чтобы батюшка был здесь. То есть невероятные требования. Почему не просишь, чтобы Бог провел трамвай на пути тебе в комнату? Ты сразу, чтобы шагнула с постели трамвай и поехала куда надо. Каждый день. У священников есть опыт, когда люди бьются причастие, причастие, как правило, почти 100% бесноватые. Они этим думают избавиться. Избавление во Христе и в жизни... Во Христе. Другого избавления нет. А кто недостойно причащается, что? Многие больные, больные. И они, эти люди, больные, все время с больничным, больничным. Они здесь были. Все время они из больниц не вылазили. И немало умирают. Они близ смерти. Разногласия с церковью. И обе эти ходили на занятия. Столько слышали. Вот они сегодня пошли. Одна в одну церковь, не в одну. Другая в другую. Московского патриархата. И они там слышат проповедь. Да что там услышишь? В торговле, да. Но здесь большую роль играет десятина. Когда на десятину стали смотреть, как на тяжесть, Бог сразу все отнял, проклял. Проклятием и прокляти, кто не платит десятину священству. Малахия, прочтите и убедитесь в этом. Вы хотите знать благословенного человека, который платит десятину? Я могу назвать такие, как Ральфер, Морган, про них говорят. Шляпами торговал, но решил, десятину отдавать буду. Он не православный. И вдруг стал миллиардером. И представь, доход у него какой, и он отстегивает уже 100 миллионов. Но я ни разу не нарушил. Я скажу, я на практике убедился. Десятина это минимум, за который нельзя заходить. В
Вторая десятина – это на дела церковные. Вот нам сейчас нужно там за землю платить, уголь, прочее. Тут что-то собирают по 30 рублей, я их не вижу, они их сразу платят. И третья – 50, там, я не знаю, я даже не знаю, уголь как покупают. Как Ленин говорил, вы государственное имущество, так я себе скажу. Я церковное, лично сам церковное имущество. И третье, добровольно никто ее не проверяет нуждающимся. Где это написано? Тавит, 1 глава, 8 стих. Маленько что-то записывайте. Самое сильное доказательство – это Святая Библия. Значит, о церкви. Что именно о церкви она сказала? Что разногласие понятия церкви. А я знаю, откуда это. На них имеет влияние один человек. Он не здесь живет, в другом государстве, в Америке. Познакомились. Он из баптистов выходец, но церковь для него это все, которые есть. И когда я ему стал говорить, хорошие отношения, ему книг выслал. И когда в скайпе мы встретились, я сказал не так. Где нет священства, рукоположенного, по непрерывной линии от апостолов, нет церкви. Как он поднялся, как начал меня поносить, только что без матерков. И он связан был с одной из нашей, которая была в интернете. Это его влияние, его слова, его все они берут. Но больше он не нашел. Он нашел две гнилушки над ними, над двумя головешками. Он ничего нет. Они полностью уже отошли от общественной жизни в церкви. И у него церковь везде. Никогда так не было учения церкви. Так не понимает ни патриарх, ни папа римский, ни Златоуст. Люди, у которых нет священства от апостольских времен, у них была секта в первые, третьи века, кажется, назывались безголовые. Это не обзывание. Голова – это священник. Епископа его нету. А что у нас есть епископ? А у вас Евфихия нету. Иларион есть, мы никуда не делись. О, у вас нет епископа. Тебе доказывать надо. Открой и посмотри выставлен ролик. 16 сентября этого года, год назад всего только, был местный епископ от патриархии, владыка Сергий Ванников. И он служит, и в алтаре поминают. Нигде он не поминает у себя, у нас поминает вслед за святейшим патриархом, там преосвященнейшего митрополита Илариона, и дальше поминает Сергия, все. Чего он поминает, если у нас его нет? Ясно, что он поминает, потому что находится в нашем храме. И теперь выставили материалы, нас, мы контактируем, они на себя с РПЦЗ и прочее, везде нас РПЦЗ, все. Во что ждете, когда в газетах пропечатают? Был епископ и есть епископ. А он начал такие слова говорить, бессовестные, там и секта вы, и прочее, а сам из секты-то и не вышел. Я понимаю, откуда и кто говорит, я за него смотрю, кто там стоит, рожи строит и хвостом бьет по земле. По его когда сделает, он руки скрестит, ха-ха-ха-ха, хочет стоит. Откуда ты знаешь, у Льва Толстого, сколько человеку земли нужно, прочитайте. Очень поучительный рассказ. Человек все думал сам. Да что мне? Да мне и черт не брат. А он выглянул оттуда и сказал, мой, к ногтю его, а что, земли мало, я просто отвлекаюсь туда, мало, мало, а в Сибири там у казахов много, и поехал, сколько, а сколько за день обойдешь, ну, на кон положить надо 1000 рублей. И он пошел, там долинка хорошая, тут озерко, а вернуться надо с заката солнца, с последними лучами, как он бежал, и добежал, только рукой коснулся, и душа вышла, и видел последний, как сатана сидит, и вместо этого хана сидит сатана и хохочет. Руки на своем пузе склад. Это открыто талантливым людям. Оно не противоречит житиям. И что противоречит, они куда-то пошли, это все от лукавого. Что это так, 15-й том. Они рассказывают, люди, которые ушли, как они пришли. И пришли откуда? С занятий там у Капранова были. Он дал у нас там кухонный уровень. Мы ничего не знали. Мы тут полюбили Библию. Это они о себе говорят. А потом они на видео говорят, кто как обратился. Обе говорят. Им пятиться некуда, только одно. А мы все перерубаем. Ну, перерубайте, вы возвращайтесь на то. И одна написала, я возвращаюсь, где была 13 лет. Прямо так. Я ахнул так. Это сатана прямо в чистом виде стал. Да ты же сама говорила, что там ничего нету и ничего не знала. Я говорю то, что не каждого известно, не называю даже. Одна из них умудрилась 2 года назад... Ни слова не говоря никому, лежала в больнице, привет и передаем, лежала в больнице. Она в это время заняла знакомство шашни с эгоистами. И бросила туда, и все православное сорвала и бросила. Никакой троицы нет и ничего. Вы знаете, о ком говорю? Так она ко мне ходила, и мы с ней отдельно после этого начали заниматься, и она плакала, и обнимала, и целовала. Вернулась в православие. Но я знал, иногда жена Лота выходит из Содома, на дух Содома не вышел из нее, она обернулась назад. Это постигло.
И такие люди, когда уходят, они бывают очень активны. Они будут звонить, говорить, поносить. А зачем это нужно? А затем, что хозяин это велит. Никто не может ответить прямо, зачем сатане нужно соблазнять людей? Зачем демонам, эти, как называют Лев Толстой, чертям, нужно, чтобы искушать людей, пьянство, блуд? Зачем? Потому что, чтобы не один погиб, а другие. Он тянет и тянет. И эти люди точно делают по бесовской программе. Они, о церкви мы не понимаем. А что у них понятие о церкви? О церкви храм. Вот она пришла, отстояла, ушла, она чужая. С ними занятия сегодня нет. Библию на русском языке им там не читали. Проповедей Златоуста, чтобы не было эха, не считали. Она ничего этого не имеет. Тем более все время стояли у нас, записывали здесь. Тем более помогали. А одна настолько много помогала, что в каждой книге ее фамилия стоит. Это такие люди были. Но свое «я» преобладало. Вот один из моментов. Я вижу, что это не так. Как подойти-то сказать? У меня нету доступа. Подойдешь? От каждой стороны противоположное обвинение будет. Я говорю, что-то у тебя неладно. Она мгновенно заплакала. Неладно. И никто не поможет. А что случилось-то? А вы не видите? Ну скажи, я еще гадать буду. А почему этой Нинке все разрешаете? Вот она напротив сидит. Представь, под 60 лет она ее не Нина Александра называет, не Нина, а Нинка. То есть, ну как, ребятишки унизить. Нинки все разрешают тут говорить. И говорит, аж вся, просто понимаешь, позеленела от злости. Я говорю, да Бог с тобой, ты что говоришь-то? Тебе же слово дается где-то, а сама-то может сказать и пишет хорошо. Но вот Нинка, это понимаете, какое состояние. Я подошел к батюшке, говорю, батюшка, ты на исповедь отбываешь. Ты знаешь, если имеет человек на брата или на сестру, то он не должен порог перешагивать-то. И где они вышли? Ты своего... Она, Нинка, тебя оскорбила? Нет, я ей сказал. Она около нее, эта Нинка уже... Ну, да прости ты меня, да, если я тебя как-то... А та ничего не говорит. Она никак не простила. Но... А что прощать-то? Ничего нет. Но только она, когда занятия идут, она поднимает руку и говорит, а это молчит. Но почему ты-то не поднимала? А Нинка первая подняла. 60 лет эта Нинка. И обе одинаковом возрасте, обе пенсионерки. Кого к нам занесло-то? Не спать, прошу. Не спать. Толкни. Молитесь, чтобы отошел демон сна. Я пример сказал, вот о сне опять второй раз. Говорю, что спят, и люди хорошие спят. Сатана хороших ищет. Пираты грабят не тот корабль, который заржавел на мели стоит, а тот, который идет с драгоценным грузом, Златоуст говорит. Там демоны особенно свирепствуют. Как у Юрия Шульхана Рухи написано руководство, найди лучшего христианина и убей его. Вот какие рекомендации даются. И официально напечатали, сегодняшнее поднялись там в Москве везде, официально выпустили еврейское общество в Москве. Берлазар там все благословили. Найди лучшего христианина и убей его. Много еще, говорит, там и не напечатано. Я попутно это говорю. Видение было так. Сатана берет с собой букет и идет в церкви, смотрит. И на кого бросит? Видимо, бросает на многих. Но кому-то прилип. Прилип, цветок, все. Человек сразу же ищет благовидную причину в туалет. Или он вчера переел котлет, потянуло в туалет. Или что-то еще у него, там киселя перед отправлением сюда. Или магниевый раствор выпил, удержать не может, но выйти надо. И теперь там он стены красит, донести не может. Это все он делает, он, тот. И почему в молитву? Самая важная молитва к Отцу Небесному включен в конце и сам сатана. Избави нас от лукавого. Там все лукаво. Лук это как изогнуто. Сатана прямо нигде не говорит. Эти люди, как правило, обе боялись съемок. Вы запомните, когда боятся люди фотографий, съемок, то причина очень ясная. Грех. Они боятся уже сами себя. Они лица свои закрывают, что угодно. Покажите хотя бы один ролик, который во вред кому-то был. Нету. Если есть такой, который касается личной жизни, у меня есть такие, я их все время спрашиваю, не наступил еще момент, когда можно опубликовать это? Очень интересное, полезное. Они у меня стоят. Первое о церкви. Ничего нету. О церкви. У нас было обвинение хотя бы от патриархии, которая рядом. Вот. Ни от одного, никогда, нигде. Понятие о церкви у нас самое возвышенное, что церковь там-то, там-то. Но кто в церкви находится, это знает только Бог.
видимо, вот мы все собрались. А кто действительно в теле Христовом, это он только знает. Второе, к священству. Когда говорят неправильное отношение к священству, это означает, человек поражен, сделался манкуртом. Совершенно безмозглым. Теперь, что батюшка благословит. Священник обещает Царство Небесное. За что? За полное послушание мне. Нам не надо рассуждать. Батюшка сказал, я сделаю, но сказал, я отвечаю на суде Божьем, но не ты. Это новое учение. Написано как? Каждый даст отчет за себя, что делал, живя в теле. Живя в теле, не в комнате, а в теле. Я. Это не, я, это не то, что внешне. Я там живу, в теле в моем. Живя в теле. Это квартирка наша. Ну и она должна, соответственно, даже освещаться. Священство. А священство у нас понятие абсолютно по Слову Божию. Это материал к истинному православию, и везде у нас есть священник. Как? Мы их заботимся, мы любим, им говорим правду, свидетельствуем и тащим. У нас неправильное отношение. Вот представьте, что у нас сидит сегодня, вот я смотрю, 45 человек. Это бывает епархиальное собрание, это полсобрание, сколько священников. Ян Златоуст заходит и говорит, большая часть священства погибает, будет в аду. Погибает, беспокаянные, каются, покаяние не принимается. В аду будет больше половины, то есть 45 пополам делите. Больше половины будет в аду. И что скажет? Правильно понятие о священстве? А ты почитай. У меня родная сестра была в епархии. Епархиальное собрание, священник ей говорит, отец Александр Пивоваров. Ирина, по симфонии посмотри, что о священниках сказано. Проработай. Она пришла после, написала, говорит, батюшка, а там ничего нету положительного, все отрицательное. Начиная с первого, с левит. Он говорит, вот это мы и скажем. Это самое жестокое сословие, самое немилосердное. А почему? Лежит самарянин, и первый проходит кто? Священнослужитель. Остановился? Нет. Он даже не притормозил. У него лимузин. И у меня священник, идем по Ленинскому проспекту здесь, и он говорит, я не пойму, почему? Людмила, отвечаешь за соседей. Почему именно священника вы поставил он самым отрицательным героем в этой притче? Левит хотя бы маленько поинтересовался, обошел, что у него там уже деньги просыпались подобрать, когда его грабили. Что он там вокруг него осмотрел-то? Не рано же. Понятие о священстве у нас согласно Слову Божие. Чтобы быть священником, прочитайте 6 слов Иоанна Златоуста. Прочитай. И готовься к этому. Внимательно смотри, что там написано. Каким он должен быть. Об этом много сказано. Что она имеет в виду? У нас неправильно понятие священства. Она расходится с нами. Как тут говорится? Да, разногласия. Но разногласия от тебя зависит. Да, то не было разногласий. Больше 10 лет каждый был. Исповедовались, причащали, слышали, книги держали. Считали или нет, не знаю. Но одна-то определенно считала. И у меня есть только один человек, один, которого я знаю, который мои книги насчитывал на диск. И он ушел. Она не просто относилась, она благоговела перед этими книгами. Она насчитывала и распространять эти. Я даже этого не делал. Я только святых отцов. Свое я не распространяю, нигде не считаю, стихи насчитать попросили. Европ, это человеку это не сделать. А я возвращаюсь на 13 лет назад, где я раньше была. А была уже в разных сектах до этого. Это глубоко поврежденный ум. Слушайте внимательно, когда я говорю. Туда уже вас вливается от этих людей. Какие разговоры ведете? А какой главный грех у них? Осуждение. Закулисное кухонное осуждение. Они осуждали. Вы помните, у нас были люди, которые ушли, как Муравлев, Игорь. Здесь нет места духовному росту. У него главное. Какое духовное? Батюшка говорит, не такой священник. Покажите, познакомьте, я поеду обязательно. Я не такой, я согласен. Какой я священник? Я и не думал им быть. Ну, поставил Господь. И что они имеют? Ничего, они ушли. Полностью отреклись от всего, и дети безбожники. Я вам встретил последний раз, он здесь в Вавилоне работал. Ничего нету, полностью. Все отнято. И ты только услышишь, ты повтори, Господи, мы держимся веры, они отпали по неверию. Поэтому, говорит, ты не гордись, но бойся. Они отломились по неверию эти ветви. Неверию. Они все время осуждали, сидели. Осуждали, в первую очередь, меня. А что они имели? А ничего нет, ни одного слова. Закулисно. Кто осуждает, это заразная муха. Иоанн Златоуст говорит, которая сразу поражает троих. В первую очередь, свой язык и себя. Того, кто слушает, и того, кого осуждает. Это эпидемия.
Были люди, которые ушли, спрятались, их больше нигде нету. Но есть такие, которые усиленно старались ходить, пытались образовать общину. Ходили даже к Антонию, к епископу. И он мне, а мы с ним были близки, он на дом ко мне приходил, обедали, в машине ездили. И он говорит, ко мне приходил человек, и он называет Игоря. Какой наглый. Я говорю, а почему? Так он что мне говорил-то? А что он говорил? Так он просил у меня священника. Так а что плохого-то в этом? Так не в этом дело. Он сказал, мы вам никогда не будем подчиняться. А как же это тогда будет? Да у меня и хорошее есть, и плохое. Совершенно никак. Он понимает, что это такое. Вот сейчас бы Путину сказали, кто-то пришел, оставь меня генералом, а тебе шиш. Я завтра перехожу на сторону других. Как он может поставить генералом, когда Дудаева-то раньше поставили-то? Никто не знал, что там получится. Понятно? А священство, я не знаю, что на это ответить. В чем разногласие? Ну, понятно, что она нашла батюшка, и теперь батюшка благослови. Это я знаю. Если они туда пошли, значит, другого там и нет. Дальше. Богослужению. Ну, что у нас батюшка такой службист, я каждый раз думаю, ну, вот это вещь, он маленько упустит. У батюшки за замечание, за богослужение не было за 35 лет с архиереями с разными служит. А она, женщина, она знает, с богослужением не согласна. Что можно ответить? Какой там дух? Она с богослужением не согласна. С чем не согласна? Что на русском считаются у нас библейские тексты. Так у нас при архиереях считается благословенным. Когда батюшки нет, считается вот это так называемое апостольское. Так я дал это на рассмотрение епископу Евтихию Курочку, он посмотрел, а тут ничего нет, все такое же, как и есть. И когда они, говорит, ехали с Америки, то один из них из Санкт-Петербурга сказал, а как вот отец Аким без вас служит? А отец Евтихий ему сказал, владыка Евтихий сказал, у него все в порядке. Что он есть, что нет, служба будет идти. Ну, по-другому, конечно, это не литургия, причастия нету, но остальное у нас все. И это владыка Евтихий у батюшки сидел на веранде, и я ему подал. Мне зачем подавать было, но я подал, и хорошо, что подал, его нет теперь, теперь я могу сослаться на него. Священству, значит, богослужению, монашеству. У нас у них разночтение монашества. Они монахи? Да нет, конечно. Можно всю жизнь прожить блудней и мечтать о монашестве. Тем более я знаю, что она неоднократно выходила замуж, да и в 60 лет опять собралась замуж. Ладно ли это, когда канон уже по затылку бьет? Ну, да ладно, пришли ко мне, я разговаривал, как говорится. Зачем тебе это надо? Только для того, чтобы чужой квартирой завладеть? Ну такое же есть, понятно, с какой целью в таком возрасте делает? А со стариком молодая, а там помрет или поможем ему уйти. И вдруг у нас о монашестве, у нас самое правильное, нежное. Монашество должно быть. Так, постарайтесь успокоить. Монашество нужно. Слово моно один. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, а замужняя, как угодить мужу. А я добавляю, никогда ему не угодишь, привередливому. Не угодишь телом, делом, не угодишь и телом. Женящийся не согрешит. Но одному лучше. Павел говорит так. Когда он один человек, он заботится о Господе. А когда жена старается заботиться о мирском, как угодить жене? И ей никогда не угодишь. Она тебе будет такие люстры заказывать, купить, что одной лампочки стоить не будешь. Так что смотри и гляди. А как тогда избавиться? Только так. Молитва и совершенство. У ног Христа. О монашестве. Монашество должно быть для одной цели. Чтобы воспитывать священство, докармливать... которые благовестники, обихоживать их богодельными, ну как богодельные приюты эти назывались-то. Вот для чего нужно. Они так, что вечные обеты, и теперь трясутся, не знают, что сделать. 11 тысяч монахов, и жениться охота. И пошла эта, говорится, голубая река. А за рекой тут его сестра, этого Пахомия Великого, 3500 монахинь. И вот сегодня во сне видят, как витязи выкрадывают их. А эти витязи запечатаны. Этот витязь не знает, как избавиться от похоти. А лекарство дается очень легкое. Лучше жениться, чем разжигаться. Что непонятно? Лучше. Лучше. Будут дети, не будут, но у тебя законный сосуд твой. И будущие уже к тебе не притекут. Что непонятно? Я говорю по Библии. Шофер на дороге может уснуть. Разные лекарства. Лекарство самое действенное. Сверни в сторонку, сейчас два поспи. Сон подошел, отойди. Тысячи людей потеряли на лекарствах. И вот у самого священного такой Яков борется, упадут, особенно стаями, говорит, голые женщины, как в собачьем сердце.
Там один говорит, его играет такой же. Никулин, кажется. Юрий. И что? Ничего не может сделать. Он берет нож и оскопляет сам себя. Это знамение того, без семени жена не начнет. Вышел сеятель сеять, это слово. У мужчины и женщины так Бог сделал. Сосуд есть, семя начинается, превращается в творог, как пишет «Премудрости Соломона». Вот. Вылился, говорит, как молоко. Все это описано. Описано все в приличных тонах. «Премудрости Соломона», считай. Да так неудачно едва не умер. Когда Савве сказал, он сказал, выбросьте его из монастыря, поганец. Есть каноны такие, кто оскопит себя, извергается из церкви. Единственное лекарство – это жена законная. Все кончилось. Были такие, которые в землю себя закапывали по шею и сидели там в земле, не шевельнуться ничего. Горело огнем, все гнило у них. И все равно не могли избавиться. А это такой простой метод, приятный при том. И надежда есть, не обратившись в жену. И он его выбросил. Да братья пришли и говорят, он помирает, лежит там, шевельнуться не может. Ну и что? Ну как, наше милосердие? Какое милосердие? Это зараза! Он других заражать будет. Все ножи сейчас прятать надо, начнете резать себе. Убедили его. И дальше он говорит, это в житиях святых написано. Вон там гнилушка такая стоит, развалюха, землянушка, туда его. Самый дальний угол монастыря. И за ним от этого горбатого, полуслепого поставить монаха, ему там 105 лет. Я к примеру говорю. И чтобы ни один не подходил, не разговаривал, это зараза. Вот эти люди, которые оскопили себя, что имели, они заразные. Все. У нас еще не было, чтобы ушел, был во благо, ушел. Но благословит тебе Бог, она начала бы там где-то. Вы знаете, я не хочу просто говорить. Даже пошли к старообрядцам, благословили. Еще коснулось, все, ушла в мир. Ушла оттуда в мир. Рожает, не может. Ребенок на пуповине, говорит, задавился. Не может. Всех лихорадит. И вот этого Якова, поминайте, они, эти люди, оскопили себя. И они должны жить в дальнем углу какой-то землянки, чтобы ни один их больше не видел. И только чтобы с голоду не умерли, через день один сухарь. И это церковь одобряет. Был один из самых умнейших, Ориген. Даже спор был между учеными, от Бога это у него, или он сам так мог достиг такой учености. Гигзапла Оригена, когда он Библию берет на шести языках, он знает, как учитель учителей, у него учителя, которые потом будут святыми отцами, учились. Оскопил себя, церковь сразу извергла его. Это подвижник был, громадная ученость Оригена потрясала все. И он другого способа не нашел, когда в Библии прямо написано. Лучше жениться, чем лучше. Что непонятно-то? Идею, говорит, как кура на площадку. Тот миссионер, говорит, да не могу. И жениться на ней. Ну, я не могу так сказать, потому что свои есть. Смотри здесь, а то будешь миссионер, да и как и я, как будешь в углу сидеть без чего-то. Дальше, к монашеству. Ближним. У нас отношение к ближним неправильное. Но тут, конечно, на рассмотрение. Мне вчера одна сестра сказала, у меня муж неверующий, но очень добрый. Но она одно слово такое сказала, что я вздрогнул. Он едет на работу, и он попутно звонит, кто на пути живет, и собирает всех, везет на завод. И обратно бесплатно. Мой муж лучше верующих. Я так остановился. Вы верующие, неверующие. Дети верующие, обе неверующие. Два ребенка, оба неверующие, уже выросли. Все, неверующие. Притом нормальной неверующей жизни нет, а просто блудодеяние. Одна и готова, а вторая подпекает к этому. Ни лба не перекрестит, ничего нет. Так, братьям, всем, у кого есть машины. Я сразу за это извлек. Машина у кого есть? Слушайте внимательно. Узнайте свой маршрут, сегодня, не выходя отсюда, встаньте в дверях и расскажите, кто идет. Я по такому маршруту хожу, там немножко отвернуть, могу забрать. Чтобы наши сестры все были забраты в машину, ну, конечно, по норме, все как положено. И уйти обратно. У меня машины нет, я за это не отвечаю. Проявите добродетель, при том в добродетели ревность и с радостью. С радостью.
А то, что сестра сказала, мой муж вот такой, и он там лучший, я сказал, ты за это ответишь. Еще я не знал ни одного, кто сказал по такие слова, что безбожие над ним не посмеялась. Я бы мог назвать даже и человека, он сидит здесь. Она мне однажды брякнула, наверное, забыла. Да, верующие, если неверующие, лучше. Вот ты ответишь за это. Он не может быть лучше. Никогда неверующий не может быть, даже слабо верующий. Он по делам может быть лучше. А без веры угодить Богу невозможно. Быть добрым для верующего — три причины Златоуста. Первое — это обещание будущих благ. За каждое добро получишь от Бога. Слышал это? Слышал. За каждое зло получишь возмездие, в ад пойдешь. Слышал? Слышал. И третье — вспомоществующая благодать Божия. И несмотря на эти три условия, верующие иногда такое вытворяют, сказать страшно. То, что спрашивают с того, у которого ничего этого нету. Я много судился и пришел к выводу. Судьями могут быть только люди, верующие в суд Божий. Мусульманин это будет, иеговист, кто угодно, но только не неверующий. Тот, который искренне верит, что за взятку, за все, что он сейчас подделает, за все, что где он закон постарается замять, по совести не поступает, он ответит. Хотя у судей у них совесть-то вообще где? У них главное — это сражаются статьями закона. А по совести это уж никто и не спрашивает. Ну это суд, это мирской суд, когда она с завязанными глазами Фемидет, она подглядывает, видать, маленько. Кто еще покажет, какой слиток золота. К слову сказать, однажды судили, это я читал такой, мужик один с барином судился. Вот поле отнимают, а мужика жить не начнет. Ну он пошел, я понял, судья не будет судить. На поле взял булыжник один, завернул его, камень и идет. Как не так, судья будет проходить, башку проломлю все-таки, хоть на одного дурака меньше будет. Судья судит и гнет в сторону богача. Он поднял и показал. Судья посмотрел, что же он показывал. И дальше, потом второй раз показал. А ведь они на поле, они копают, иногда и клады находят. И он встал тогда в сторону бедного. Судья думает, правильно я сделал. Когда прошел суд, все, бедняк выиграл, он подошел, ты еще показывал. Он показал булыжник. Булыжник? А что? Ты голову спас свою. Сегодня ты в могиле был. Я тебе башку проломил. Сколько ты неправильно судишь-то? Судья говорит, как я хорошо сделал, что его. То есть он дороже свитка оказался, этот булыжник-то. Если каждому судье сегодня показывать такое, я не зову к этому, а то арестуют меня. Ну и все, с ближним. С ближним неправильное отношение у нас. Когда все больные у нас на учете, роженятся, стараются помочь, где все участвуют в деле, миссии. Ну я сказал, все, не знаю тех, кто не помогал, кто средствами, то как. Наши миссионерские поездки такие, которые никто не делал, никогда не делал. И думаешь, что вряд ли сделали. С такими дарами проехали. Многомиллионные дары мы вывезли. Только за 2 года мы книг подарили на 7 миллионов 150 тысяч. И прочее. То есть она бы еще сказала, ну просто не знающая. И прочее. То есть ни с чем не согласна. Это полное поражение. А почему? Так их свидетельства в книге, как они пришли, как они радовались. И там вопрос у меня стоял второй. Как вы смотрите на это объединение с патриархией? И они все до одного показывали отрицательно. У нас все это отнялись. И теперь я иду туда. Я не против патриархии. Идите, служите, делайте. Но вы там должны быть солью. Не читать. Никому не дам. Кто сказал? Так. У меня один вопрос. Я чуть ли не на голосование подниму. Вот эти здания, 2 здания, 13 соток земли, это был у меня процесс после освобождения, когда изъяли много пленок, и в общей стоимости это насчитывали мы где-то 12, кажется, то ли миллиардов или что-то, там невероятно. Но выиграл 1/200 часть, и тогда у городской администрации, она была ответчиком, а КГБ в стороне оказались, я политзаключенный был, и поэтому рассчитываться нечем. Но опять же Бог сделал, есть судебные приставы, которые за исполнением. И она позвонила мне и сказала, я предупредила городскую администрацию, я имею право наложить вето на все бюджет, на всех бюджетах, никому не выдавать, пока с Лапкиным не рассчитаетесь. И вот тут сдвинулось. Я пришел, он теперь вице-мэр Петров, а тогда был он глава администрации железнодорожного района. И, конечно, Владимир Николаевич Баварин. Конечно, прокурор края тут помогли. И главную почти роль сыграл, он сейчас больной очень, и у как называется, в Гане, Сообщинников. Владимир Николаевич, забыл даже.
Он сумел Баварину так показать, Баварин сам приехал, в его машине ехали в Баваринское суда, и он вот так вот как вывернулся, и на меня смотрел, это вы в моем городе живете, да ваше имя в анналы города будет записано. Это его слова, а потом он от него, какое на стене, он написал это все. И вот это далее. Я живу, живем 97-го года, 13 лет, 14. Я не плачу за землю, он сказал мне, вам платить не надо будет, это реабилитировано, это там по решению суда. Ну, то есть, что-то он сказал, мне много не надо, они там в Бурске был, кажется, вот и они с ними, везде платить, мне я ни копейки не заплатил. Господи, воздай милостями всем, кто участвовал в этом. Ну вот начались разговоры, что землю надо приватизировать. Приватизировали вокруг, все и соседи приходили. Соседи должны расписаться, что согласен я на это. Я нигде ни одной подписи не поставил. Ну а как вы будете приватизировать? Я говорю, а зачем мне приватизировать? Ну ваша вот земля, ну а как дом? То если дом мой, а дом где? Он не в воздухе висит, он на земле висит. Это дурь одна. Ну как же так? Нет, надо. Так, так надо или не надо было? Кто за то, что землю надо было приватизировать? Она приватизирована, поднимите руку. Ее надо было приватизировать. Так. А кто за то, что не надо было приватизировать, пусть кашло. Благодарю. Я был против, но я ничего не понимаю, заранее говорю. Настаивал больше всех батюшка. Он говорит, не дай бог, что-то случится, нам строиться заново не могут не дать. Правильно это или неправильно? Правильно. О, батюшка, видишь, прозрительно где-то. А я тупица здесь, дундук. Я говорю, как делать? Денег я вам не могу дать. У меня 5500 пенсии. Пенсия бомжа. У меня ничего нету. Этим занималась Людмила Степановна. Где она у меня? Вот она. Во что обошлась эта приватизация земли? 65... Нет, приватизация обошлась примерно 1015. Земли, ну за все. А за все 65 вместе с домами. Сколько? 65. И они взяли, разделили территорию пополам. Я говорю, зачем же делить? Я хозяин. А если продавать будете отдельно, нарисуйте забор здесь. Стали делить, это в два раза больше. Ну, они мухлевали как хотели, но я не касался, меня только она и свозит туда расписаться, и опять дальше идет. И теперь вдруг бумага приходит. Платить деньги, оказывается, надо. Они то ли меня пропустили, то ли еще. Так, подойди, дорогой, сюда. Вот это хотя бы сумму называй, за что? За два дома начали высчитывать. Начали, за два года, оказывается, это не за три, я виноват. За два. За два. 2012 год. Ну ладно, сколько общая цена? Вот сюда, одну цифру назови. 1617,80. Дальше, дальше. А общая цена? На землю. Так? На основании законодательства о налогах и сборах вы обязаны уплатить до 5.11.2014 6589,85. То есть больше моей пенсии. Дорогая сестра, я тебе отдаю. Платить или не платить, или вернуться снова, потерять 60 тысяч. Деньги есть, нет. Денег у меня нет. Нет, нет. А дальше там написано в письме. Написано. Если есть у вас. Льготы. Льготы. А у вас есть. Нету. У них льготы сделаны для тех, которые уже не живут на земле. Платят. Они льготы сделали, и говорят, если вы являетесь утопленниками этими, которые на востоке там тонули-то. Я не являюсь утопленником. Второе. Если вы там чуть ли не герой Советского Союза в Великой Отечественной войне. Я говорю, я никаким не являюсь. Они скоро льготы будут давать участникам Первой мировой войны. Нет, нет. Я сказал, нет, больше не тогда можем как-то сказать по совести. Она говорит, я не могу никак, у нас статья. Она правильно ответила мне? Так. На землю, да. На землю льгот нет. Ну вот за это платить 6,5 надо или не надо? Или упереться не давать? Сейчас закон вышел, Севастьян. Ну, Севастьян. Так, подождите, я спрашиваю. Ты знаешь, он не знает, ну ты вообще. Так, минуту. Заплатить надо. Единственный момент такой, я вот посмотрел, там указана очень высокая кадастровая стоимость, из которой рассчитывается. Так, Мурат, возьми, пожалуйста, проверь это, что неделю она... Можно переговорить со специалистами, так, правильно или неправильно. Так, да, верни ему сюда. Здесь написано, если вы являетесь... Вот вы же не только пенсионер, но вы еще являетесь... Я являюсь политзаключенным. Политзаключенным, реабилитированным. Там есть внизу мелким шрифтом, внизу написано. Ничего не платите. Я спросил, я ей сказала, она говорит, нет, вы не входите. Вы не платите, вы не платите. Вы только документы дайте, привезите. Вы пересчитают.
Ну, я звонил, я доверился звонку. Документы только мне дать. Так, значит, платить или не платить, я говорю, вот вам говорю, снимите с меня эту жилье. Кадастровая стоимость за два участка почти 4 миллиона. Берется рыночная для вложения. Еще я не знаю, кто определял стоимость и прочее. Можно, да? Братья и сестры, не уходите, пожалуйста, никто, потому что очень важное объявление. У нас, у наших братьев, которые нуждающиеся, которым мы им помогаем, значит, вот по строительству, они все приготовили, все сделали, выложили все деньги, отдали, на печку построили, затопить не могут, потому что у них не хватает денег на сварщика. Надо эти трубы соединить, сварить. Давайте им поможем. Вот последний буквально взнос, потому что дети в холоде. И они все деньги отдали на печку, на трубу. Очень дорого получилось. И у них сейчас они на нуле. Кто они? Дроботы. Дроботы. Надо сделать взнос. И она так сказала, что может, если не хватит им на 20 тысяч собрать, то, пожалуйста, если кто-то может занять. Так, против занять я против категорически. У кого есть? Чем они отдавать человеку? Не надо чем занимать. Занимать не надо. Категорически против. Занятия всегда с процентами. Ну, в общем, это срочно уже как ипотеку. Платит 20 раз в год. А может, Николай твой сварит? Так, Надежда Ивановна. Он ничего не видит уже. Услышали, все. Значит, все понимают. Дробота, нужда такая, не говоря о другой нужде, которая внутри семьи. Давным-давно бы уже отстроили, давным-давно бы уже жили, если бы нормально жили. Вы же знаете, какая там огромная, страшная беда, смертельная беда поселилась в доме. И куда деньги утекают? Что тут говорить? Я беру детей всех четверых, летом они у меня в лагере, как могу чем-то, больше я не могу никак. Так, по этому делу больше ко мне не подходите. Платите, как хотите. Я фиктивный хозяин здесь, я ничем не занимаюсь. Ну как не подходите? Ну, только что подпись моя требуется. Ну, юридически как бы я хозяин, но я ни к чему не касаюсь совершенно. Главное, у меня помощник вот Михаил Петрович Кариковцев. Он здесь и смотритель, и эконом. Он ведет всю работу здесь. И ремонт, и трубы заводят. Документы. Так. Маленький еще дальше. Отодвиньте тогда. Второй. Еще один вопрос. Он не видит. Скажите, это Настя видит. Посчитай, а потом только считаешь. Настя, почему у нас? Ну, что рассказывать? Пол постелили, окна вставили. Молодцы. Котел все приобрели, все сделали. Честно. Выложили все. Все, что у нас было. Родителям звонила. Родители сколько смогли прислали, там у них тоже. Угу. Не я одна, так скажем. Вот, слава Христу. Вот, чьи-то молитвы помогают, потому что не было ни котла такого, который нам нужен. Трубы не продавали. Машины не было, которая это привезла бы. Но вот по чьим-то молитвам это все решилось. По чьим? А молились, да? Да. Спасибо, Бог так взял. Кто молился. Андрей не пьет. Аллилуйя. Слава Христу. Так, ну, как бы не Настин характер, уже раз 50 развелась бы другая бабенка. Вот эти вот глухонемые, которые работают. Ну, ну, сейчас один ушел, работает один. Он к нему просто подошел, говорит, ну ты что, говорит, тебе не стыдно? Я к тебе пришел, я тебе приехал из-под Степного, говорит, специально, чтобы тебе помогать. Я с тебе, говорит, минимум беру, говорит, потому что мне тоже семью кормить надо. Ты-то за свою семью будешь заботиться? Андрей говорит, прости, брат. И вместе работают. Они работают очень хорошо. Андрей даже умудрился сходить на Колым, но там немножко, конечно, под Колымом, потому что главная работа – это дом. Ну, все, что он принес, все тоже в этот дом же и вложили, потому что там очень много требований. Ну, там уже, говорю, уже все. Окна есть, пол есть. Так симпатично домик смотрится. Дети слушай, зашли, ну а что надо-то еще? Сколько денег? Скажи. Сварщику зарплату. Сварщику 20 тысяч? Да, трубы взяли, все откосы взяли, все, что он просил откуда. Все взяли, только вот сварщику зарплату. А на сколько дней там работает? Я не знаю, сварщик еще не захотел. Сварщика зовут Андрей. Он говорит, попроси, говорит, в храме, говорит, помолиться, чтобы, говорит, во-первых, говорит, меня начальство отпустило. Это, говорит, во-первых, чтобы я, говорит, целый день у вас был. А второй, говорит, чтобы все, говорит, получилось, говорит, как надо.
чтобы, говорит, хорошо было. Вот это, говорит, обязательно. И сама помолись, говорит, и попроси, говорит, чтобы помолился. Ой, как молодец. Вот так он прям сказал. Так он сам неверующий, просит, чтобы помолились. Ну, пожертвуйте, пожалуйста, не уходите, молодежь. Пожертвуйте, кто сколько может. Но до 20 тысяч, это уже это не так много денег. Так, подождите, мы еще половину собрания прошли. Ну, не, я просто им скажу, а помойду. Объявление Андрей еще Андрей зовут его. Андрей. Так, Андрей. Все. Андрей. Вчера коснулась две сестры здесь. Я второй вечером говорил об этом. Пришли мыть. Одна пришла, второй нету. Одной никогда не открываем. Она пришла, сидит. А вторая не заходит, а где-то. А это не знает, зашла она или нет. Я вчера большие примеры в этом говорил. Вот, я принес картонки, нарезал. Вчера кому давал, не берите. Ну, раздай. Посмотрите. Пока, пусти по рядам. Кто моет, возьмите себе. И вот так напишите. На веревочке. Кто убирает храм? Кто убирает храм? Я здесь. И внизу напиши свое имя. Кто пришел первый, коридоре, ко мне подходите, к дверям на улице повешайте, а ко мне в комнату зайди и посиди в тепле. Второй, кто приходит, он видит, ага, здесь. Так, зашла и вместе пошли. А это, оказывается, на улице. Почему морозостойка, я и в мороз не захожу, а это знать не знает. И вот туда-сюда, мне дверь не надо лишний раз тепло выпускать. Вот такое, смотрите. И вот там, рядом там крючок около двери, я такая-то. У кого нет картонки, вот посмотри, какую хорошую картонку принес, дайте. Пошли. Напишите, прошу вас. И когда уходите, опять снимите ее. Бросили ее. Сделайте. Еще у сестер не было телефона созвониться? Тебе нету телефона, сел телефон. На телефон вчера как раз говорили. Она сидит, на телефон сел. А не надо его телефон-то. Зачем звонить-то, когда пришла, повесила. Мы, говорит, побеседовал с ней. А вторая на улице мотается. У нас сестра Татьяна поднялась на ноги. Татьяна Кузьминична Капустина. Да. Аллилуйя. Вы знаете, поблагодарите Бога, она ведет работу у меня по отправке книг. И сейчас ее нету, и вчера уже начали отправлять. Вот брат Владимир Александрович Пащенко, покажи себя. Вот он пошел на почту, там поехал. И люди просят книги, книг почти уже нету. Без разрешения у меня не брать некоторые, как 15-й том и стихи, и симфонию на это. Так, кто знаком с Московой Зиной, может связаться с ней. Сказали, что у нее есть книги, сообщили мои, на хранение отданы. Если так, привезли. Она привезла их. Их привезли. Так, и какой там том? Игнатий Тихонович, ее же муж привозил. Привозил, их разгрузили, и там они были, эти книги. Где она там? Привезла все книги. В коридоре. Ну, Миша Коряковцев знает. Миша знает. Я написал весь список, там висит. Понятно. 29-30 тома были, нет? Нет, только начальная тома. 29-30 том, у меня подозрение, что украли из сарая. Примерно 150 экземпляров. Нету, нигде нету. Они последние вышли, они меньше всего распространены, только на библиотеке шли. В частном порядке просто не успели бы разобрать. Главное, потеря — это 15-й том, где кто как обратился, 74 свидетельства. Я просто ее не трогаю, оставляю. 29-й, 30-й. Дальше. Какие были у нас события потеряевки? Я был в Москве. Что-то то ли я слышу, у меня хорошо слышно, все звуки отдаются. Не надо ни одного слова. И там есть храм на Берсеневке, ну, примерно 250 метров от храма Христа Спасителя, на этой стороне канала, прямо рядом. И там игумен отец Кирилл Сахаров. Чрезвычайно необычный человек, член Союза писателей. Давно мы знакомы, его статья большая, прекрасная, для Слова Божия, «Уст на земле алтайской». И он все ведет по старому обряду. Все. Московская патриархия, не единоверческий храм, прямо патриархийный. Все ведет. И они стоят там с лестовками, и все, и голова наполовину тут открытая, как у старообрядцев, все как сфотографировал. И у него хорошее отношение с сегодняшним митрополитом Корнилием. И они обо мне разговаривали. И Корнилий пожелал встретиться. И когда я проезжал обратно уже, ехали мы там откуда, с Эстонии, с Норвегии, в это время... Он уже договорился, все позвонил, а его не было. И недавно он приезжал сюда, и мне созвонил секретарь, что они приедут в Потеряевку. Мы предупредили, соседние села предупредили, все. Но он не приехал.
развезло дождь. Это одна причина. Вторая причина, что у него тут встречи были с губернатором Карлином, там еще что-то, какая-то выставка там народного творчества, старобрядцев, там что-то еще. Но он не приехал. А я ему послал книги. Так, подойди, прочитай. Вы тут не знаете. На бланке он прислал мне вот такую. Татьяна отослала. Прям бланк. Русская православная староверческая церковь. Божией милостью Корнилий, митрополит Московский и всея Руси. Москва, улица Рогожский, поселок, 29. Лапкину Игнатию Тихоновичу. Уважаемый Игнатий Тихонович, благодарю вас за подаренные мне книги. Внимательно их читаю. И узнаю много интересного. Первое. Интересного много находит. Второе. Нового. Нового. Человек с высшим образованием имеет библиотеку, огромную библиотеку. Но для него библиотеки этого нет. Новое совершенно. И полезное. И полезное. Как умно сказано. Разрешите вам подарить книгу моих проповедей и брошюру о борьбе с пьянством. Это все, что мною издано на сегодня. Вот 100 проповедей митрополита Корнилия. Мне очень непросто было отвечать. Понятно. И почему, и как. Если сочтете возможно, напишите свой отзыв. Буду весьма благодарен. С уважением, смиренный Корнилий, митрополит Московский и всея Руси. То есть, мое мнение, почему-то вас заинтересовало отзыв на эту книгу. На его книгу. И он будет весьма благодарен. Я начал читать и сразу вижу, что если я буду все говорить, как всегда говорю, то это не... никак на пользу не пойдет. Я должен как-то так сказать, чтобы он понял. И, ну, потому что люди эти, более уязвимы вверху. Я написал письмо. И уже вчера отправили. Володя, отправил вчера? Да. Отправил. Вот такой. Хотел на бланке. И никак пейджмейкер не установят мои братья. Он не работает. Ну и ну, просто так. Но печать поставил на том. Слушайте. И вторая страница есть? Или нет, нет. Все. Одна. Но номер есть, да. Один. Я ему сказал, хотел на другую страницу, а потом гляжу, я уже упомянул, что одна страница будет. Митрополиту Корнилию. Дорогой владыка, вы в своем письме ко мне попросили о вашей книге 100 проповедей митрополита Корнилия. Если сочтете возможным, напишите свой отзыв, буду весьма благодарен. То есть я цитирую его слова, что не просто я взял книгу и начал критиковать. Нет, он просит, и неуважительно будет, если я не отвечу. И он не говорит, что дай хороший отзыв. А именно, как вид. Его интересует почему-то мое мнение. Почему? Я не думаю, что к каждому старообрядцу он обращается, а знает, что я не старообрядец. Это просто редкое письмо, скажу, раритетное будет. Читая ваши проповеди, сделал немало пометок. Знаете, сделал немало пометок. А о чем я не говорю. Если потребуется, я дальше скажу. И если бы была личная встреча, такая непринужденная, как... у игумена отца Кирилла Сахарова на Берсеневке, тогда я мог бы дать комментарии в развернутом виде, с пояснением, с проглядом в будущее. То есть, что из этого проистекает и как будет, но сейчас на бумаге не буду просто. Но учитывая, кто вы, ваш сан, ограничусь одной страницей. Общее, двоеточие. Книга с такими проповедями весьма нужна, как для паствы, так и для священства. И такие книги, к немалому сожалению, весьма редкое явление в старообрядчестве. Исполняя сказанное вами в проповедях ваших, можно и неусловно надеяться на вечность со Христом Иисусом. То есть, если люди будут исполнять, что написано здесь, то они вполне могут войти в Царствие Божие. То есть, проповеди хорошие. Я абсолютный сторонник русского языка, и особенно при цитировании мест из Святой Библии. А вот как раз везде все по-славянски. И при указании мест главу отделять от стиха только через двоеточие. А у него через запятую. Это я про себя говорю, не ему. В скобках. Иисус Навин, 1, двоеточие, 8. Это как раз места Писания, которые говорят о важности Писания. 1 Тимофея, 4, двоеточие, 16. Притча, 30, двоеточие, 5, 6. Иоанна, 5, двоеточие, 39. Второзаконие, 4, 5, 6. В Новом Завете 111 раз говорится «братья», и ни разу «братья и сестры». И у святых отцов на сотню книг патрологии Миня нет ни одного обращения вопреки этого библейского стандарта. То есть везде в Библии только «братья», «братья и сестры» нигде нету, ни у святых отцов. Но все говорят, и православные, и баптисты, все «братья и сестры», «братья и сестры». Ни одного раза в Библии нету. А
братья 111 раз. Еще вывод какой-то можно сделать? У Иоанна Златоуста 12 томов по 800, по 900 страниц. И ни разу братья и сестры, а везде братья, братья, братья. Что, совсем мы ничего не понимаем? Мне особенно дороги ваши слова о том, что сокровище православия нужно показать миру и не кичиться своей самоизоляцией, в скобках наследственной свирепостью, к прочим. Вы мне давно уже полюбились, и я заранее опасаюсь за вас, как и за вашего предшественника. Адриана, который внезапно умер. Слишком много у вас недругов, умирающих в скорлупе высокоумия, самопревозношения и тупого снобизма. У меня есть к вам личная просьба за родных наших, живущих в поселке Потеряевка, куда вы нынче собирались приехать. Но не случилось этого. У нас в этой строящейся с нуля деревушке в хуторке есть три человека, прихожане-старообрядцы, отца Николы Думного из Барнаула. Одна Нина Васильевна Шадрина, родная сестра моей жены Надежды, и вторая родная моя сестра Валентина Тихоновна и ее муж Устинов Владимир Александрович. Раньше они не один год приходили на все наши богослужения, где священником мой родной брат отец Иоаким. Но потом им запретили, и они теперь сидят дома, лишенные очень многого. Мы здесь, в скобках РПЦЗ, никого к себе не перетягиваем, ибо это у нас запрещено. В скобках просьба их с их согласия. Разрешите милостиво, двоеточие, посещать им богослужение в нашем храме. Приезжайте в гости, и мы насладимся свободным общением. Чтец и староста Крестовоздвиженской общины города Барнаула Лапкин Игнатий, Россия, Барнаул, 56, улица Ползунова, 6. Ну вот его книга. Кто хотел бы к ней прикоснуться, пожалуйста, я пошлю. И тут его это куда заложу. А можете открыть и проще. Ее просят у меня уже считать. Ну, не сразу. Так. Я, видите, к концу подхожу, и мне нужно еще что-то сказать. Вот это вот узнай, нужны, нет они. И у нас их целый ящик привезли. Мы можем дать это бесплатно. Ну, раздайте ребятишкам по экземпляру. Ну, пишут, правда. Они не пишут кому-то. Ты дом, посмотри. Если нужно, мне дайте знать. Я скажу, привезут. Прям целый ящик привезли. Сергей, ты это привез? То высохнут у вас. Ну, кто-то привез. Так, попробуй, пишут они или не пишут. Сегодня поступило мне сообщение с Украины. Обширный инфаркт у Тамары Умновой. Кто такая Тамара? Много говорили об этом. Это бывшие баптисты, которые пришли, уже вот, которые Григорий Яковлев, которому Кришнаит голову отрезал, они как бы через него пришли. Она говорила как-то там, ну, его влияние там было. И его почему-то не рукополагали, ему нужно было, видимо, жениться. И он женился, она фиктивная жена просто. Она уехала. И этой справки достаточно, чтобы его поставили священником, а потом маленьким выгодом стал иеромонахом Московской патриархии. И там его убили, в город Тура, Енисейского округа. И она вот сейчас вот лежит в больнице. Это исключительно добрый человек. Ну, я ее иначе как святой не могу назвать. Сколько она претерпела, сколько она помогала узникам, проникала туда, в ледяной воде приходилось отсиживаться. Он, Николай, гляжу, головой кивает Курчина. Он слышал, видел и записывал. И Витя с нами был. Это в Одессе мы были. Ночью или когда у нее случился инфаркт. Так что помолитесь. Я хотел сказать, что в интернете вдруг появилась статья, когда были в Москве, что 30 июня и мая, и 1 июня в Москве будет встреча, и с нами нас называют здесь, какие дни, и они сами все это сделали. И написали такое: русское православие в католическую Европу. Какое? Дальше. Видеосъемки приветствуются. Я такого никогда объявления не встречал. Не просто разрешается, а приветствуется. Понимаете, вот это все такое необычное где-то. И приезжали люди, немного, но были. А теперь пошли ответы там на это. Почему-то они так объявили, это пропустили, мы бы приехали. Один день мы оттуда уже уехали. Мы задержались из-за того, что Англия, английское посольство нас задержало с паспортами. Еще немножко сказать
Вот. Про уборщицу я вам уже дал знать. Вот. Иногда бывает спрашивают, а кто красивее под старость? Мужчина или женщина? Мужчина. Мужчина, конечно. Мужчина под старость принимает более благообразный вид, чем женщина. И вообще, чем он сам был в молодости. И это главное, это борода. Только борода, больше ничто. Борода скрывает самую нижнюю часть, которая самки там эти выпирает, и где-то морщины, все закрывает. Но когда женщина одета вот по форме в платках, вот как вы сидите, как маджахеды, как мусульманки, вот, она, женщина эта наша, не уступает мужчине нигде, а даже в чем-то, может быть, и превосходит. Потому что до самой, вот, здесь закрыто, все красиво, и даже на наши смотрят, на остановке говорят, какие красивые женщины стоят. И помните, у нас Булатов был. А у нас как раз молодых сестер ни одной не было, и он американцев привез сюда, американцев-то. Какие у вас все красивые. А где бабушки сидели? Это платки красивые с такими красивыми делают. А так-то распусти седые кудлы, и все, ничего нету. Можно, Игнатий Ильич, можно так, мне еще сказать? Я вот, у кого есть книга такая, «Письма православия»? Все. Так, вот здесь статья 381. Я хотел прочитать, но время не позволяет. Положите туда ее. 381 где-то, запишите. Называется «Я перехожу в Московскую патриархию». Что эти слова означают и можно ли их произносить? Я пока за это произношу. Это нельзя сказать. Я хожу, можно сказать. Я родился, можно сказать. Я причащаюсь. А перехожу нельзя сказать. Переходить некуда. Когда переход, там обязательно какие-то условия, ступени. Здесь ничего нету. Нету. Любой с улицы зашел, любой рекетир, любая цыганка, кто угодно. И они, это священники, которые пробуждаются, понимают, это проходной двор. Я там все на основании канонов это показываю. Баптистам нужно переходит, когда нужны какие-то правила. К иеговистам нужны, к коммунистам нужны, к фашистам нужны. В патриархии ничего не надо, лишь бы порог переступил, рот разинул и все. Больше ничего не надо. Так я говорю, нет? Были там, видели? Если не веришь, зайди сегодня. Вообще священник не знает, сколько у него. Я говорю, сколько? А чего сколько? Ну, прихожан. Да понятия не имею. Ни один священник не знает. А? Ну-ка. Я хочу всех поблагодарить за ваши молитвы. Благодарю вас. Это очень чувствительно. Я сама на себе испытала. Так вот говорят люди, и вроде бы как-то, ну, правильно все. Ну, тут на себе испытано. Благодарю всех. Не пишет. И еще, Игнатий Тихонович, если немного, небольшой объем книг там, поскольку я могу отправлять. Ладно, все, я понял. Так, теперь, подожди, еще сейчас скажу, все скажут. Вот, кто желает знать в политической обстановке про Украину и прочее, выступают очень хорошие газеты, выпускают. Хорошие газеты. Но я все не прочитал. Ну, тут не только Украина. Вот такой «Русский вестник» за веру царя и отечества. Он давно уже выходит. Газета основана таким-то 1990 году. Ну, то есть, не антигосударственная. Ну, знаете, ее в церквах продают, во всех храмах. Газета. И вот такие заголовки просто показывают. «Евреи, Россия, Украина. Об иудейской секте Хаббат». Вот посередке даже. «Возвращение памяти. Народная монархия». Вот даже показывают. «О недалеком будущем Новороссии». «Украина. Двоеточие. Раны русского сердца». Кому дать на время посчитать, чтобы с возвратом? Вон там, Валерию передайте. Так, и вторая газета, я ее знал, называется «Знание власть». Это, видно, неверующие, но очень много специалистов, политологов собрано здесь. Вот, «Путин, отдай приказ», заголовок. Это официальная газета, с какого года она, кто ее финансирует, здесь все сказано. Новые технологии, создание и так прочее. Вот. Почему Путин у Вашингтона на прицеле? Знание власти. Статьи очень серьезные. Кто хотел бы что-то в этом плане знать? Валентине передайте туда. И с возвратом. Это мне принесли, а я немножко глазами пробежал только. Вот теперь перехожу почти к главному. Мы были в Германии. Были у Валентины Сартисон. И мне пришлось снять с нее вот такой допрос. Так, кто желает прочитать вслух? Прочитай-ка. Слушайте внимательно, она написала. Послушаем. 21.06.2014 год. Зоненберг. Да. Да? Солнечная гора переводится. Город. Зоненберг. От Сартисон Валентины Дмитриевны, 1949 год рождения, 65 лет. Проживающий в Германии, город Зоненберг.
улица Бертольд Бехт, 38. Объяснительное. При проверке прочитанных мною книг было выявлено 102 загнутые страницы. То есть она вот так вот считает, и вот так вот страница, все загнуто, переломлено. Следующая страница, вот так вот это она замещала, вот так, это книга, вот представьте, страница книги. А я стал проверять, как она считает, и насчитал, пересчитал книги все, представь себе, 38 книг. Вывел все, и я представил, а ее книги, не мои книги. 102 загнутые страницы, что приводит к порче книг. Ну так понятно. Привычку загибать страницы имею с детских лет. Читала много, и поэтому попортила этим немало книг. Так, заметьте, это она сама пишет все. И попортила немало книг. Вот научитесь признавать себя так. Вы знаете эту Валентину. Особенно он, Нина знает ее, Александровна. Мы у нее были как дома. Все, абсолютно, что нужно, только слово сделает. И финансово снабдитые. Уже отъезжаем, уже, казалось, все сделали, еще 500 евро сунут на дорогу. Откуда это взяла, уже и не помню, и особо этому не придавала значения. Ошибку эту поняла и осознала, в чем раскаиваюсь и обещаюсь впредь исправиться. Подпись, расшифровка, Сартисон В.Д. Подпись, расшифровка написала. Вот как надо делать, не обижайся, что я сделал замечание. А признать, да, перепортила много книг, но постараюсь. Больше никогда этого не делать. Понятно? Я как пример показываю, как надо вести себя скромно, со знанием дела. Она не обиделась, и накормила нас, и на дорогу еще дала. Так, наше путешествие закончилось благополучно. Так, уберите там бумаги сверху все. Вот эти бумаги соберите. Володя, там пройди и сфотографируй. Там переверните, там, что есть там. А убрать. Я выложил города, государства, где мы были. Нынче. Мы были там один месяц, одна неделя. Один месяц, одна неделя. И вот эта карта Европы. Видите, Франция, Париж, Испания, Мадрид, Швеция, Стокгольм, Греция, Афины, Португалия, Лиссабон. А в середине Латвия, Венгрия, где я обратился к Богу 27 сентября 1962 года в 17:00. Это моя духовная родина. Я был верующий с детства, а это мне дали в руки Евангелие. И меня никто не уговаривал, через 5 минут уже все вошло в меня. Вот настолько все было готово. Меня ни одной секунды никто не уговаривал верить в Библию. Я услышал, я понял это слова моего отца, которого я искал. И они мне показались не буквами, которые я читаю, а с неба голос идет, и Бог мне отпечатает в сердце слова. Настолько у меня было яркое, необычное обращение, как у Савла. А почему как у Савла? Потому что я с детства готовился стать террористом. У меня большего желания не было. Убивать коммунистов за все, что они сделали. Я получил это от отца. А теперь я понял, кто я. Я должен нести поругание, любое, и считать это за великую честь, которую Бог мне оказал. Так, я попрошу сейчас брата Сергея. Так, кто хотел что сказать? Давайте. Я хотела сказать. Давай. Попросить хотела, я никогда не попрошу так вот. Просишь. В доме, два года мы судимся. Вот такие аферисты Галя и Александра. И в понедельник будет уже заключительный вот это. Я не знаю, как судью звать. Но помолитесь о том, чтобы судья вынес правильное решение. Вот они лезут в эту самую, чтобы создать ТСЖ. А нам это не надо. Они ходят ночью, там стучат, вот это, чтобы подписи все, пугают людей и все. Ну, прям замучили всех, честное слово. Ну, помолитесь о том, что их уразумил Господь, о суде, чтобы он вынес правильное решение. В понедельник 5 часов будет, а потом я вам Сережа, скажу. Приведи. Так, Нина Александровна. Я эти не нашел коврики. Ну, на правах как заходишь, у нас лежат, ну, на полке, внизу. Ну, я повалю. Зеленые. Да красным котельником. Ну что? Вся. В прихожке мне вот это вот. Они не пишут. Зеленые как палаты. Правда, последняя была с ней беседа. И она вдруг заговорила о том, что у нее появляются мысли о возвращении домой. То есть она считает, что
сейчас она допускает такую мысль, что ей нужно вернуться. А вот знаю, что год назад мы с ней разговаривали, она даже вообще до этого момента, она никогда даже и в мыслях этого не допускала. Да. И вдруг вот она вот такой вот сейчас заговорила об этом, что иногда подумаю, что надо мне домой возвращаться. И я еще заметила, что вот такой вот, и братья вот наши, когда приезжали, там вот несколько роликов было поставлено в интернете, они интересные такие ролики, соседи там или кто-то из знакомых приходили, я поняла, что она там живет в духовном... как какой-то вакуум, да, вот такой, это в ущерб себе. И еще я просмотрела ролик крещения девочки, когда приезжали, ее дочери, и вдруг там я нахожу такую фразу у Екатерины, говорит, я живу-то на чужбине. Вот что-то такое, как-то она сказала, что она не, они не признают себя там дома. И не может, нельзя жить в чужой, среди чужого народа и на как, иной язык. И чувствовать себя своим, родным. Я так вот понимаю, может, я ошибаюсь, что нельзя себя чувствовать дома. Потому что вот даже Катя говорит, я чужбина. Вот это слово у нее прозвучало, но чужбина. Вот, у них там хорошие, они живут там материально обеспеченные, они там живут, а здесь нету ничего. Если возвращаться сюда, это ноль, абсолютный ноль. Хотя ее приглашают, вот Петр Семенович, он ее приглашает, приезжай, ты будешь жить как дома. Такое было вот после смерти Тамары и ее сестры. Такое было. Ну вот такие мысли у них. Я прошу ваших молитв. Вам она поклон передавала. Так. Виктор Андреевич, да, давай. Вы мне давали задание позвонить сестрам, которые ушли, поговорить с ними. Но я Гале Силиной не могла дозвониться. Но до этого я с ней разговаривала, и она сказала такое, что братья и сестры для нее все равно дороги, и она их всех помнит и любит. Она так и сказала, я всех люблю. И когда я разговаривала с Кубайкиной Галей, она вообще особо передала поклон и сказала, что она всех любит и всех, и никого не будет, как это сказать, затирать или что-то такое там, или обижаться на кого-то, никакой обиды, ничего такого нет. В общем, совсем остались хорошие отношения, чтобы все знали об этом. Хорошо. Я тоже поняла. Так, посчитать надо. Это кто? Послушайте внимательно, грамотно. Так, давай-ка вытащи, чтобы она не блестела. Подойди сюда. Не сам мужчина. Это я двойной дал. Копия. Последний раз. Вот, копия. Да. Вот это. Давай. Копия. Так. Так, внимание, слушайте. Иди. Давай, давайте. Подождите, сейчас. Подождите. Ой, убедал. И сразу лёд. Дайте ребятишкам посмотреть. Руки не надо, это чужая собака, нельзя трогать, нельзя. Ну маленько, разреши. Давайте, к моей руке, кто хочет погладить, давайте. Гладьте, не бойтесь. Это ураган, чемпион России официально, золотой медаль. Свои. Чемпион России. Сергей упрекает неправильно воспитывать, а собака это досталась уже в возрасте. Это какой-то хозяин жил, и он оставил, развел сына, и собаку уже не оставил на память. Ну, сын-то при жене остался, она ее подала. Ой, ой-ой-ой.
Представьте, мы с ней проехали. Это проехали мы примерно 110 тысяч километров. Владивосток, Находка, и закончили Лиссабон, Португалию. Прошли Скандинавию и Прибалтику. Три раза был в Чечне. Шесть мусульманских республик. 1650 километров по Турции. Купался в Черном, Каспийском, Азовском море. Все, что мне давали пополам, сливки, все с ним пополам. А рыбу, самые там палки, пантусы, какие-то палтусы, это все я ему отдавал. А надо мной эти говорили, ну уж тут, у нас с ним дружба. Ну ладно, ладно. Сколько эмоций. Так, посчитай бумагу. Слушайте внимательно, грамота. Деревенская община поселка Потеряевка, свидетельство. Сия похвальная грамота выдана Пупкову Сергею Павловичу, профессиональному кинологу, за то, что он отлично выдрессировал и предоставил нам в миссионерские поездки немецкую овчарку по кличке Ураган. Дата рождения 28 марта 2010 года. Ставшую в 2013 году чемпионом России современное двоеборье. Ураган посетил с нами, охраняя нас более 400 городов и райцентров России и зарубежья, от Тихого океана, порт Находка, до Атлантического, Португалия, Лиссабон. Страны Скандинавии и Прибалтики, 6 мусульманских республик, Азербайджан и Турцию, и трижды был в Чечне. Ночью он обеспечивал полный покой и безопасность. Везде с ним желали сфотографироваться тамошние люди. Он никого не укусил и вернулся здоровым. Полагаем, что ни одна собака в мире ни до него, ни после не будет иметь за плечами более 100 тысяч километров на благовестии, как он. Ураган снова награждается ковром и сушками, которые так любит. Да благословит Господь Христос брата Сергея и его теплоногие. Сейчас, ну развязать надо хотя бы, ну подожди маленько. Подожди, все, там завязали, подожди. Ну развяжи, на, развяжи. Стоять, видите, как команда стоит, стоять, значит, стоять. Потихонечку. Подождите, подождите. Того стоит. Значит, вот этот коврик в прошлом году и шаг были. А это мы еще удивительным образом достали. Еще вот целый ковер здесь. В одном месте люди почему-то решили от этого избавиться. А я подошел, спросил, можно взять? Он говорит, пожалуйста. Давай, держи. Держи, я возьму. Открой. Да хороший их стоять. Сушки. Ну-ка. Вот он как. Ну, вот какие финики там, виноград сушеный, что было, давали мы ели, он все у меня брал. А так как я в сапогах, ноги потеют, а собачий язык это лекарство. Я разуваюсь, и он сфотографировал, он в это время вылизывает мне между пальцами ноги. Ураган, ну вон, доедай там еще маленько. Дело. Ну-ка, подожди. Ищи, нюхай. Ну, давай, давай, еще дай. Дай, посмотри. Ой, молодец, ураганщик. Там, наверное, сильно они сухие. В Румынии было, когда нас там цыгане буквально оккупировали. Только его вывел, вокруг ни одного нету. Он не укусил никого. Ну, ясно дело, какой у него голос и как ведет. Но в одном месте выше, там 4 или 5 собак было, где-то в Азербайджане или где мы шли. Здоровые, огромные. Ну, тогда я стал выходить. Иван Гаспитоха, попалка. Сиди. Тихо. Да, еще надо. Голос. Голос. Хорошо. Голос. А ну-ка скажи ему лежать, да еще один. Лежать. Дядя Сережа, помните, вы говорили, зайчика делать? Дети зайку просят, чтобы... Так, теперь посидеть, ну-ка. Сидеть. Стоять. Стоять, пожалуйста. Сейчас, зайку. А ну-ка, зайку покажи. Сможет, нет? Ну, сможет. На столе. Врага. Сидеть. Заяц. Нет, заяц. 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 Он так еще дает. Ну-ка, еще раз покажи. Ураган. Заяц. Нет, заяц. Заяц. Молодец, хороший собак.
Ну все, все, можно отпустить. Вот у нас говорят, были там где-то. Я настаивал на том, это оправдало себя во всех отношениях. Единственная большая была придирка, говорили там в Швеции, где-то, нигде, только в России. Придирку, когда выходили, на родину возвращались и нас тормознули. И не запускают. И главное, сослались на приказ Путина, я слепой не смотрел даже. Надо было так, там, когда нас остановили, вернули на другой пункт. Мне надо было взять его, мы уже прошли таможню, и уйти. А вас они не задержали бы. А меня бы они что сделали? А выгнали нас, прошли таможню и вернули назад, потому что указ не завозить животных и корм. Какой завозить? Я возвращаюсь с ним. У него справки, у него есть вот чип здесь. Вот здесь чип. Хочешь покормить? Его могут с космоса найти. А зачем чип? И вы. Ну все. Так, Сережа. Ребят, будете пока покормить. Нет, не надо уже. Рукой мы там задевал, не надо. Это ему принадлежит. Они еще не благовестники пока. Нет, они хотят его покормить. А, ну пусть попробует. Покажи, как делать это. На руки, вот, а только не делай. Прямо на ладошке. Вот он как. Давай, можно. Свои. Можно еще? Подожди, шумят здесь, потом чуть попозже. Сейчас я отпущу его. Потому что это дети, ему очень интересно. Все посушки дают ему, смотри. Тарасику дайте. Только в ладошки давай, в ладошки. Ой, кто еще не дал? Катерина дала? Мы были у Сергея Болящего Козлова. Боишься? Где мы? Где нас задержали больше всего в курсе? Поближе надо. Не бойся. Вот, молодец. Не бойся, бояться. Испугалась. Ну ладно. Не бойся. Потом ручки помойте. Здесь. Ну что, нет. У собаки Манюша, язык целитель. А у кошки хорошая, гладить можно. Но язык у нее не такой. Пошли ручки помыть. Идите. Не оскудеет рука дающего. Да. Если у тебя все, какие-то язвы даже, то надо сметаной намазать и ему дать лизать. Все как на собаке заживет. Так, Сережа, все, спасибо, успей, потеси туда. Целый ковер. Спасибо, Сережа. Грамоты здесь, где они, отдали? Вторую заложи. А на обратной стороне, вот, так, а где, которую ты считал-то, вторая? Ну здесь же. Обе здесь. А на обратной стороне Гюстава Доре. Все лизали его. Лазарь брошенный. Да, Гюстава Доре. Репродукция. Думаю, так, теперь тишина, говори, Надежда. Про Германию был сюжет, вот слово, что из Германии-то уезжает Нина. Был такой сюжет, там семья многодетная, русские они, видимо, там жили в Германии, многодетная семья, и они написали заявление, чтобы их детей избавить в школе от занятий по... Валеологии, короче, учат там... Разврату. Да, они написали такое заявление. И что сделали? Его посадили, отца семейства посадили в тюрьму, там на несколько месяцев. За то, что он не захотел отдать детей. Видео сказали. Да. И жену. Кому я давал коробку? Второй, опять потерял. Ну, найди, заложи. Да, тут один. Где? Кто взял один экземпляр? Отдай. Так, мы благодарны Богу, но у нас остался груз в России. По России мы не работали за поломки машин. Я старался, чтобы... Кто у нас там работает, все были обеспечены. Ну, так получилось, что я-то пенсию получаю, а у Виктора за лето платят как учителю. А брат-то Николай, у него ничего ниоткуда нет. И у нас было, что и я делал около 3 попыток, и он все назад возвращал. Конечно, это... Очень высоко я оценил. И у меня как раз был человек, которому тоже за работу нечем заплатить. И мы повернули туда эти деньги. Деньги все. Что у меня осталось, что я в течение одной недели, кажется, распузырил все. Всем, кто нуждался. Ни одного рубля мне не пристало. Это Бог так сделал. Мы дело дальнее закончили. Может быть, еще одна поездка кого-то, но без меня. Я уже нигде не еду.
Я нынче приехал, целый месяц как на костылях ходил, ноги отсидел. У меня же операция на позвоночнике. Мне можно только было лежать или стоять, а я сидел. Если они иногда ночевали в палатке, то я все время внутри. Внутри машины был. И кажется, только один раз, когда нас из машины выкинули, и в палатке пришлось быть, это, кажется, в Калининграде там были. Вот. А собаку вот в Уссурийской, когда были, я ее на улице не стал оставлять, она охраняла, потому что там тигры, для них это закуска одна. Тигр 330 килограмм, сейчас равняю, это другая весовая категория. И он ночевал внутри, нигде. Тогда ездил с нами, шофер был Вадим Попов, очень хороший шофер. Задняя скорость у него, что передняя вообще. Когда пятится, у нас один шофер не умеет совсем. Из наших братьев. Вот. И Виктор, это Третьяков Игорь ездил. Вот мы ездили до находки и вернулись живые. Вернулись живые. Это самое главное. Все остальное, это даже поминать не надо. Мы все, что намечено было, выполнили. Выполнили сверх меры. Это российского производства машина. И оказался брак заводской. Это шестерня, передача там, где, я не знаю, что она там делает, внутри самого мотора. А она поставлена была с Ульяновска, как сказали. Ну, в Новгороде, куда заехали, где родилась эта машина. Сразу с главным инженером, главным конструктором. Прям все пошли навстречу. И они там нас и накормили, бесплатно отремонтировали, мы уехали. Сейчас небольшая еще там достаток, вентилятор, чтобы не нагревалось. Только и всего. Никуда больше не ездим. Теперь решайте, как дальше. Я от дальних поездок за Урал уже отошел. Просто отошел. Другим даю дело. Что было намечено, выполнили согласно первого псалма. И все, что не начнет, успеет. У меня дорога, брат Николай спросил. Ну, а если бы я не поехал? Видимо, что уже тяжело было и все. Я бы не поехал, поездка не состоялась. Поэтому у меня вот, Николаю Павловичу Крущине особая благодарность и молитва. У него талант, особое чувство места. Вот это. Я пытался что-то перенять, хотя я не шофер, там, кого обгонять, где, но вот этого нет. У меня намертво это отсутствие. Где остановиться, с кем остановиться, где повернуть. Ни навигатор, никто не работает, он как кто-то его за руку ведет. И остановится, как особенно в Лиссабоне, в Португалии было. Я все это проигрываю несколько раз. Николаевна, да ну, да что, да так. Ну, он просто, это его талант, он его привык к нему-то. А для меня это все от Бога, это от Бога. Мы были благословенны, за нас молились и выставили ролик, как в Англии баптисты молятся о нас. А баптисты, и дети там стоят, и слова, и ролик прислали. То есть мы сделали все, что было за границей, а в России мы не работали. Ну, из-за поломки. И теперь там пытаются, и там бешеную кампанию против книг православные священники сейчас гонят там везде. Вообще, даже здесь такого не было. Уже принятые книги, уже в библиотеке, если она библиотекарша прихожанка, уже сообщает, кто там развозил без нас, верните, заберите книги. Но это уже хорошо, что сообщают. Ну, я по звонку, так, а кто вас там желает, библиотека, чтобы другие могли доходить? Да я не могу, одна книга, я уж не знаю, где такую книгу достать. Все вам до одной жертвы заберите из библиотеки, чтобы только не пропали. Так что это особая молитва. Видите, у нас там написано «Ватикан». Мы двоим папам подарили Франциску и Венедикту книги. «Ватикан». Мы там были сколько? Вы сами только маленько поглядите, что там написано. Вот, подними его правильно. Тут написано «Германия, Берлин», а мы Берлин-то не были. Это заранее вот, Надежда Ивановна Польгуева написала красиво так. Ну, это я вчера там словил. Спаси Христос. Все, кто участвовал, кто молился, кто помогал, кто помнил, всем-всем от Господа да воздастся добром. Мы сделали, и поступает известие. Самое хорошее. Да. Так, еще что-то немножко. У меня, мы этим летом, вернее, уже в конце лета, там, Игнатьевич, возобновили вторично уже поездку благовещенскую по соседним деревням Алтайского края. Вот ездили, вот Маша Барабаш ездила, там Виктор Николаевич у нас, Савченко был за старшего, Игнатьевич. Вот, и раздавали это Евангелие, там приглашение в местную библиотеку, людей созывали, беседовали с ним, все это выставили в интернете на нашем канале. В пяти побывали мы в селах. Даже нам Ольга Ворова, которая администратор нашего, что на форуме или канала там?
форума, да? Форум. Она прислала четверо Евангелия красные, которые выпускают православные. Благозвонницы называются они. Вот. И у меня такое приложение. Возможно ли в этой общине это продолжить? Вот сейчас я еще скажу. В понедельник, завтра, Ольга Борова попросила помощи разгрузить 400 килограмм вот этого именно четверо Евангелия. Занести там, видимо, ей в библиотеку надо. Завтра с 12 до 6 она где-то по определенному времени позвонит и скажет, когда привезут. И вот возможно ли это продолжить, Иначе? Как вы думаете? Ну как думаете? То есть поездка, как мы раньше ездили по соседним деревням. Да. Мы приезжаем, они уже знают, раздаем, что в вашей библиотеке находятся книги, собираем людей, у кого нету, и четверо Евангелие, Евангелие дали. Еще дополню. Последняя была у нас Буканка вроде бы, да? Вот, там было такое, что мы решили так, был тем более дождик на улице, думали, сейчас зайдем в библиотеку, если там ничего не будет, просто людям будем заходить в дом, приглашение раздавать, что в вашей местной библиотеке есть наши книги православные, вот Игнатий Иванович, дарить четверо Евангелия, ну немножко, пару слов за свидетельство, если потребуется, на какой-то вопрос ответить, и дальше, вот так вот обойти. А если возможно, то можно в библиотеке где-то собрать народ. Вот, и я думаю, что здесь точно тот опыт тоже этот может пригодиться. Если вы, конечно, будете молиться и продолжить вот это все. Здесь-то даже у нас Надежда Васильевна Лапкина, она, насколько говорится, немощное здоровье, она и то побывала в нескольких деревнях с нами, и вместе со мной в паре ходила. Ну, немножко отставала, но, по крайней мере, она старалась. Вот даже на видео есть она там. А последнее вообще чудо сделал Господь в Буканку. Мы приезжаем, заходим в библиотеку, а там сидят женщины, у них какое-то празднество, видно, были. Они сидят за столом, человек 10, наверное, общаются между собой. Мы заходим, и Виктор начинает говорить, что мы такие-то. Он говорит, о, мы это все слышали. Говорит, расскажите о вашей деревне. Зачем, говорит, вам идти по деревне? Вы, говорит, с нами тут останьтесь и нам, говорит, проповедуйте. Там очень активные женщины были. Он говорит, это, говорит, хорошо, но, говорит, там люди-то остаются тоже, как говорится, без Евангелия. Надо раздать все это. И решили Надежду Васильевну оставить. А она все-таки проповедница, благовестница, большой опыт. Да. Она с радостью согласилась, а там осталась. Конечно, беседа-то не записана, потому что видео было одну только. А мы пошли по деревне, обошли все. И людям раздали Евангелие. И показали они, да, что книги стоят на полке. И книг там всего штук 10, наверное, стоит. Больше. Она говорит, я подошел, там прямо на видео заснято. Я у нее спросил, говорю, а где остальное? Она говорит, дело в том, что нам сказали, что их не рекламировать, эти книги. Вот кто знает, позвонит, я ей скажу, придет, возьмет, я, говорит, ему выдам. А если человек не спрашивает, я, говорит, ему не выдаю ничего. То есть блокирует везде. Блокирует, да. Это говорит о том, что это единственная книга сегодня, которая показывает суть происходящих событий в церкви. Да и не только в церкви. Они не воюют ни против Ярославства, ни против других каких-то там, никого не трогают, не вообще. Там и Гарри Поттер, еще только нету, и Матрица. Все описано, все есть. Только мои книги трогают, везде. Там и сказки, и там безобразие, там написано, и сексологи. Все абсолютно в библиотеке, мирские библиотеки. И священники туда лезут, а они никакого отношения к мирским библиотекам не имеют. То есть они вообще набирают до конца беззаконие, до конца, как Павел говорит. И готовится гнев Божий до конца. Они не выйдут живыми. Что впереди им готовит Господь. Я просто знаю это. А как избавиться? Да никак. Они приговоренные. И вот говорят, вот такой-то человек так-то. Написано, проклят, кто меч Господень удерживает от крови. А можем молиться? Молиться ты можешь и добавлять, Господи, если угодно, если можно. Бог сказал, Израиль пойдет в плен. Оккупировали Иерусалим. И 1 100 000 мертвецов. Это второй Ленинград. Да для Израиля это в первом веке, это вообще какой-то народ. Там все страны собрались-то. Наверное, каждый четвертый был убитый. Из голода умерли. Священники загоняют людей сегодня именно вот в это, как какое-то гетто, где он хозяин, а дальше будет порциями что-то выдавать, а что он сам не знает. Они ни разу, нигде, я вчера об этом говорил уже в интернете, ни разу, нигде не показали, с чем они не... Ни разу и нигде. Есть сендерские отделы в каждой епархии. Вызовите меня в синод, предъявите требования, несогласия. Нету. А ведь это 13 или 14 лет уже. Уже пора одуматься. Но ничего нигде нету. Ничего нету, вообще нету. А вот это дух, это духовная борьба. А нас он не говорит хорошо. Это Ахав говорил. Они не понимают даже, это из третьей книги Старца Ахав говорил. Он обо мне, Михей, не говорит хорошо. А я говорю, так говорит Господь. И на этом все кончено. Я у него перенял это. Это не мои слова.
Так говорит Господь. По Библии меня опровергните. А не потому, что вы мощами обложились, а я говорю, их надо похоронить. Я говорю, согласно Слову Божьему, прах ты в прах возвратишься. Это повеление Божие. Это сказано на все времена. На все времена. И поэтому вы желаете быть с мощами, будьте, я не буду держать их. Я прошу Бога, чтобы мощи были захоронены. И все. И они в открытую это не говорят, а закулисно. Вот священник, а его прихожане слушаются. А вы слышали про Лапкина? Ну да. А вы ВКонтакте видели, какой он активный? Необыкновенная активность. Его надо заблокировать. Слушаю, батюшка, а как? Ну вот сколько вас трое, вы все в интернете. Жмите на администрацию, что мы против, мы заблокируете. Не больше ничего не говорите, кнопки нажимайте. Все, заблокировали, неделю мне нельзя выйти. А у меня 1100 человек. В Mail.ru 7600. Я с каждым работаю, все запечатали, ничего не могу. Администрация там же, никто не будет, там аппаратура делает. Проходит, батюшка, а Лапкин опять рассылает, а я рассылаю ответы, люди спрашивают божественные вопросы по Писанию. Заблокировать, так, от вас уже могут не принять, другие там, нажимайте кнопки. Они разбойники. Они ответят за каждый нажим кнопки, кто-то будет жать потом. Это от сатаны. В каждой книге у меня ссылок, выдержек из Библии 3000 в каждой книге. Ну и вообрази на 30 книг. А их не 30, еще и Новый Завет. 100 тысяч выдержек, это больше, чем сама Библия. Только выдержек. А можно что-то сделать? Ничего нельзя сделать. Это наша награда, мы должны перенести. Так было всегда. Где нет сопротивления, святые говорят, там Богу не угодно. Поэтому, если вопросов нет или есть вопросы, давай. Благ и праведен Господь и наставляет на путь спасения грешников. Благодарю всех за молитвы, за нашу семью и за меня лично. Не оставляйте эти молитвы, я поеду в город Пост, там у меня есть дела по Слову Божию, по спасению душ окружающих и близких, в том числе сестры Валентины Дмитриевны, фамилия Маркитанова. Она страдает сейчас еще зрением, ей трудно стало читать, трудно стало... все служебные книги читать. Ну, на все воля Божья и промысел Божий, поэтому мне придется побыть там с ней вместе. Вы видели ролик выставили, называется «Любовь Николаевна»? Да. Видели? Хороший? Да. Там сколько она дифирамбов получила? Благодарю за все Господа Бога и за промысел Божий, что Господь так дивно устроил все наши дела и такую длительную командировку мою. Деревню потеряешь. Я очень рада. Она была на ночи, видите, как. Ну все, ничего нет? И второй вопрос. Вот это вот диск. Записали когда-то его, Сергей Павлович. И он лежит вон там. Чей он? Кто его купил или приобрел? Проповеди. Проповеди и песнопения духовные. Ну забери. И все. Мне надо. У меня бабушки. Люба? Да. Это находится в комнате. Да. В комнате здесь. Да. А на ней я еще считаюсь с хозяином. Я тебе отдаю ее. Спасибо. Все, что оставили, значит, не нужно. Ты хозяйка с сегодняшнего момента. Так, Сергей, очень Павлович, сказать что-то. Значит, просьба помолиться. Ну, я уже говорил, что сын мой выписался, вменяемый, славит Бога, благодарит. Аллилуйя. Вот, говорит, что это чудо Божье, что он 5 месяцев он проболел. Вот. И просьба, значит, помолиться. Ольга Ворова, администратор нашего форума, в понедельник пойдет к бухгалтеру своему, чтобы та дала официальное разрешение на проведение занятий по Слову Божию в ее библиотеке, которую она арендует помещение. Вот здесь вот прям вот. Льва Толстого. На Льва Толстого, прямо здесь в 5-7 минутах ходьбы. Вот. Если нам там удастся все сделать, мы опять организуем занятия, как мы делали это в университете. Просьба помолиться. Вот и все. Брат поблагодарил за своего сына, я попрошу помолиться о моем сыне. Духовная болезнь, обмерщение. Затягивает мир. Простите, ради Христа докучаю вам просьбой, но и буду докучать.
батюшки есть какое-то сообщение? Батюшка что-нибудь звонил? Нет. От батюшки ничего нет. Он в прошлый раз как позвонил, и все. Перед тем, как двинуться домой, они даже зашли к Сергею. Я говорю, ты их тормозни маленько-то. Они ездят в никуда. Каждый год ездят по моргам. По монастырям, по этим разным-то. И каждый год одно и то же. Чего они там забыли? Я категорически против. Но кто меня слушает? Мы даже ролик записали. Пришли вдвоем, встали на колени перед батюшкой и просили, не езди. Не езди. Ты рискуешь очень многим. Тем более... У тебя здоровьишка-то никакого нет. А возьми да потом брякни. Я говорю, так поехали бы с Яном-то. И туда книги-то распространяли на благовестие. И батюшка посчитал это за насмешку. Кто занимается благовестием, тот выполняет прямое указание Христа. Идите по всему миру. А почему вы на себя берете миссию? Потому что мы являемся полномочными представителями Господа нашего Иисуса Христа. И Он нам дал повеление, идите, чтобы не был зарытый талант. Горе тому, кто зарыл талант. Возьмите и выбросьте его. И поэтому распространяйте. И насчет того, что Володя сказал, помолитесь, чтобы открылась и одна машина на воскресенье была. 5 человек. У нас все для этого есть, и материалы, и желания, и огромный опыт. Когда мы первый раз поехали, я все время повторял, опыта никакого, поэтому будем помаленьку. Помаленьку. Ну а теперь прошли от океана до океана, всю Европу и Турцию захватили. Ясно, что опыт наш стал больше. Нам есть что сказать. Вот сегодня я приношу благодарность Богу и всем людям, кто участвовал. И чтобы это распространилось и было дальше. И Сергей, это возьми. Ничего нет, поблагодарим. Занятия будут после обеда. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, Христоблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, без исцеления Бога слава родшую, сущую Богородицу тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мы благодарим Тебя за все, что было с нами, и в чем повинны, прости. Мы славословим Твое чудное, превосходящее разумение имя Святой Троицы. Хвала Тебе. Честь и поклонение за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.